Так, все, сейчас я возьму покушать, сейчас вернусь. Саня точно выстрел, он качнулся, да. Видишь, нихуя не дали. Ну, 100 бабок, нормально. Ну и 10 этих, 9 инструментов. 300 опыта. Саня качнулся. Саня, да, надо. Ну, мы надо брать вот эту хуйню. Да, 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 давай сразу берем. Даже думать не о чем, реально. Пиздец, даже Саня не спросили. Плюс 5, на. Вот так вот. А выносливости ему не нужно? А, выносливость взял. Ну что, ну и с ХП? Не, или дальность? Защита дальних? Ну или ХП, или защита дальних, да. Да давай ХПшку, наверное, да, пусть до 60, там будет пограничная. У него какая-то хуйня, у него 59 почему-то. Да, у него вон, хрупкий. А, хрупкий, пиздец. Ну, Саня, да. Хрупкая, душевная это. Когда будет возможность, покажу. Лично. Не, Саня, лук, 80. 35, гоблин на лёдчик. 35, а мы не справимся с ними же. Да нет, нет. Даже, я думаю, 35 разбойников было бы, мы с ними не справились. Нет, с разбойниками они все более, думаю, справились бы. А ратный двор это типа учение, да? Да. Там же столько всякой залупы, блядь. Так и продавай все говно, что не нужно просто. Ты его удивишься, но мы уже продали на 600. Типа, мы нихуя не сделали, уже 600 рублей в кармане. А это целый квест, если не больше. А не, ну 600 ты, конечно. Ну, это 600, было 900, когда мы сюда пришли, сейчас 1800. Так это по 0 я тоже нахуй продаю. Только место занимает залупа ебаная. Волда забивает как гвозди в доску, да. Ну нехуй, потому что стоять. Ну, а что за тесак за 460 и за 430? Это ваше? Ну, 460, да. Спасибо, Юля. Что кушаем? Тут салатик. Качали. Салатик с грибочками, капусточкой. Так, а ну-ка, 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 погоди. Перчиком, картохой. Вот, блядь, арбалет, который вы купили за 400 тут, а вы за 1000. А когда мы его купили, блядь, 3 дня назад? Ну, шляпа есть по 400 на 95 шляпа за 400. Блин, это супер охуенно, надо брать 100%. Да. Кому ее брать? Передовому любому. Или Родос. А смотри, сколько у меня? Она в первый слот, если что, идет. У Гоши 50. У Мишани... Шляпа. 50. Гоша. У Родоса 85, у Родоса 50 тоже. Родосу, ну, можно Родосу, да. Ну да, у него стамин дохуя ему можно. Ну? Все, это всю остальную хуйню разберем. Стой, 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 секундочку, я хочу глянуть. Второй слой и третий. Да. Че, есть что-нибудь на второй слой, на третий? Мне не нравится, как оно выглядит ублюдски, блядь. А соломенная шляпа у нас есть? Нет, нет, это нихуя нет. Какой у нас день уже? 65-й, 70-й? Ебать! Да не, меньше. Ну, примерно 60, там. 60-й где-то, наверное. 50-й, да, где-то. В бронице, но там дорогие будут. Ну, вон шлема. А, это все первые. Не, вон да. Там третий плащ. Слой он есть. Повязка за 157. Второй вон слой. Он второй по 470, наверное. А для хуёвый, да? Сколько там? Ну, кстати, на 35 нормальный слой так-то, да. Да, но он по 500 стоит, это дохуя не. Не, ну это правда. Еба, вот. А, ну мы за 95 такой купили. Так у тебя больше, да. Повязка, ну, типа, 157. Просто выглядит не так охуенно, вот и все. Ну, за внешку побороться немного. Что за 3 косаря продается туника, вон там, второй слой ниже? Легендарная. Пулен так дорого стоит. Ну, видишь, она типа красная, это легендарная. Красная, слышишь? Легендарка. Ну что, мне кажется, с НД надо молодца треть, блядь. Что думаем по этому поводу? Ну, вот плевец есть. Да нет, это хуйня, да двуручный. А вон ниже, вон недвуручный молот. Вот это надо, блядь. Ну это Гошин. Не, ну это, а, ну вон, кстати, а, это Полекс. Вот это вот, а, это Полекс. Это хуйня. Нет, тебе нужен такой, блядь, железный молот большой. Да, а у тебя, Кирилл, до сих пор молота нету, блядь. Да есть, не, есть, мы просто купили, не пиздатый ты, прям, да. Ты не видел. Мы купили киянку деревянную, но пизда она выкашивает жестко. Ну, прикинь, что ты железный будешь делать, это вообще разъем. Ну разъем. Да, так.
А вот бы Саня такой лук еще купить как-нибудь. Да. Рогатка, блядь. Рогатка, ебать. Да. Мишани на север идем. Бля, ну нам нужно пиздить гоблины, гоблины. Нам нужно пиздить логово ебанное, вот эти. Не, через нам... горы хочешь пробираться? Ну, хули делать, блядь, там 35 гоблинов. Стая чудищ. Стая чудищ квест. Бля, через... Приятного аппетита, Мишани. Спасибо. Бля, нас гоблины, нас они на себя догонят, блядь. Да, они... Не, не, он развернулся. Не, не догонят, они так же долго будут в горе лазить. Ну, короче, я автопутем ебаш. А вот, видите тут домик? Браконьеры. А там у браконьеров вроде бы призраки, блядь, с этими, с некромантами. А там, оно ж по-разному вроде. Или конкретно в этих, ты помнишь? Ну, вроде в этих мы тогда заходили и съебались нахуй. А, да, кстати, мы же здесь пиздили призраков и себо. Так у нас никто не качал резолв, блядь, все так же будет себой. Ну, с нету типа, да, мы же хотели монаха. А что-то нижнюю деревеньку пропустим. А там говно деревенька маленькая, там нихуя нет в ней. Торговые караваны бы нам пограбить, мне кажется. Хорошая тема. Нихуя ты, блядь. А чё? Бля, сейчас я хочу быстро поставить на то, что, типа, надо чинить. Что здесь в плюс? Вот это в плюс, да? 4, блядь, вот это в плюс. И все больше? Я думаю, мы это разберем. Нет, так ты видишь, типа показывает сверху, да. Выгодно чинить или невыгодно. Все это где минус, типа невыгодно, там где плюс, там выгодно. А Родос это тесак в руке. Не уходи. Да, это легендарный. Да. Нихуя. Это мы купили за 15 тысяч. Реально за пятнашку? Или там за чуть раз? Меньше, там 13 900 вроде. Ебать. Кого? Да откуда нахуй столько денег нарыли? Ладно, Мишань, выпало. Просто, ну, мы пиздились, и там эта хуйня выпала, мы охуели. С обычных, блядь, типов каких. Жестко. А вон, смотри, у меня какая бан. Чисто, знаешь, это шпалы заколачивать. А чё, квесты не берешь? Давай, ну мы же на север идем. А, еще севернее? Не, погоди. А может выпадет доставка на север? Или как-то понять можем? Можем посмотреть квесты. Можем. Просто чаще. Давай сейчас еды купим и только еще. Я просто если доставка на север, то это же вин-вин ситуация. Деньги заплатит и. Эйстен. Нет, это внизу. Внизу. Ну это украденное. Кого плата? Сколько это дает? Наемников, видимо. 500. Ну, пятишка. Не знаю. А у нас с ними уже нормальные отношения или также холодные? Вы уже знаменитые весьма. Давай побольше проси. Два раза, я думаю, можно. Ага, вот так вот, блядь. Знаменитые весьма, блядь. Так а мы тут, помните, проебали квест Тараскара? Да, это тут было. Вы чё, суки, собаку мою убили, блядь, да? Нет, мы не убивали. Мы не убили, ее. То есть там произошел ивент. Она убежала, Мишань, в лес. Да нет, там... Там болезнь, которая всех псов косила. Да, блядь, дайте сказать. Там ивент был, там было озеро, короче. Мы ветеринарку нашли и подстригли ее. Да, блядь, что за хуйню ты говоришь? Ну, короче, да, Мишань, мы тебе новую купили, но она не такая крутая, как у тебя была. Да его собака просто покрасила. Ну ёбаный бобаный, блядь. Ну и нахуй я два перка, блядь, качал на собачничество тогда, блядь. Так у тебя есть собака. Есть собака, и они у тебя... Она же хуже, блядь, чем волкодав. Да не-не-не, она тоже ебёт. Да не-не-не, конечно. Там нормально, мы её натренируем ещё, если чё. Слушай, этот город называется... Хогбург, блядь, Хогбург. Костик, да, я посмотрю. Да-да-да, куда надо? Паровальчик какой-то. Ну это в другую сторону. По всей видимости. А это куда? Вайзенберг. А это куда? Блядь, это может они где-нибудь там. Ну, короче, есть у нас, я так меньше понимаю, бухать вот будешь? Северный город. Что ты вот несешь, Морин Фокс? Город. Мне кажется, ты пьяный, наверное, сейчас, нет? В царине нету, короче, но... Ну, волкодава, короче, можно будет купить только вот здесь, если он, ну, если там будет в царине. Если ее не будет, то его вообще нигде не купить. Ну, Шань, просто ты быстро пришел, мы не успели сходить в город. И купить тебе малыша. Подними по Цурику, да. Да, выйди и зайди нормально. Ну, похавай там. Опа, кто? Тролли? 4. О, да нормально. Что-то они до нас... Но это же считается стая чудовищ? Да. Блять, ну ты, Арсений, говорил, что в легендах тролли ебут, нахуй. А покажи у них хп и... Ну, мы засейвились еще. 508, блять. А я ебашу без брони. Пойди, а их копьем надо ебашить, да? Не, наоборот. Копье через броню ебашь. Их топором вот ебашить неплохо. А мечом нормально будет? Таком, блядь. А почему да, да, конечно. Меч два грустных и два радостных.
А грустных и два радостных. Ну ты посмотри, два улыбаются, Мне кажется, что мы их не убьем, если честно. Убьем, там Радос сейчас справится. Потому что они влетают. Они просто, да, они влетают противно, это правда. Да, самых танкованных вперед. Лучниками надо было отходить. Обычно три тролля, это дохуя, вы на четырех поперлись, мне говорят. Так, а кто у нас появился? У нас Крамер появился, арбалетчик, и Гоша, он с кистенем, да? Да. Да. Ага. А мне какие вы навыки брали за левелапы? Гошу, пацаны, Гошу я бы притормозил. А у тебя один левел был, мы тебе взяли только бочку, которую ты хотел, и все. А, на плюс 6, которая, ну, заебись. Если что, тролль бьет вокруг себя по всем клеткам. А, да. Ой, мне кажется, собаку вообще не стоит выпускать. Собака умрет тут же, мне кажется, да. Три выстрела же у нас сейчас Саня может делать, да? Да, три. Ну, пуксонечек отрывает, блядь. Да, он нормально, он тролля в соло почти убил. Ну, главное, чтобы к нему не подошли. Ну я подожду, потом на next уже похожу. Ох, блять, а чё, мне, наверное, сорсну... Ну, куда-нибудь вот сюда, да, вставать. Наверное. Сорсюха, блять, типа... на одного тролля. Так, а, блять, а может ты и тролля нам поможете, а? Да, ну... да, лучше к вам. Ну, думаешь, вот сюда имеет смысл идти сейчас? Ниже, ниже. Под меня, да, вот сюда. Да, вот сюда. Ну, давай. А мешай, тролли не влетят? Так влетят же тролли. Да, влетят. Да. Ну, так они и так влетят. Хотя бы... А, я думал, они если рядом стоят, не влетают. Понял. Да нет, они влетят, это вопрос. Ну тогда и Гошу тоже поводи куда-то. Да нет, Гоша пускай стоит, Гоша пускай дефет. Они сейчас влетят и перекинут вас. Да, да. А, что? Ну они сейчас влетят и перекинут вас нахуй за спину. Ну или так, ладно. Делай шаг и бей. Да вот, единственная опция. Это оглушение или что это было? Я не знаю. Да, по-моему. Смутение вроде бы это, не? Нет, это оглушение прям. А, на тролле есть еще хилиться еще каждый ход. Блядь, серьезно? Ну да. Ну ты, Радос, по идее, тесаком должен их ебать кровотечениями. А кровотечение отрывает, отрывает страшно. Радос их жестко ебет. Надо Гошу выводить тогда. Или они каждый ход влетают. Пусть вплотную вот сюда вот, может, Гоша встанет. Гоша не бронированный, а ну хотя. То что сейчас 120. Может, и выдержит. Да, мне кажется, не выдержит. Передышка, передышка. Ну, Радос их очень жестко распиливает. Нам главное жить. Нам, да, главное дожить до Радоса, так сказать. 83 там вот по одному был. Что ж ты? Не, там я... Это по какому 83? Выше. 20... Вот это, 93, блядь. Да. Уже сначала было 80. Проблема в том, что Саня стамин заканчивается. Да. А у него там какой-то лук гнусный, да? Нет, он просто когда три выстрела делает, он типа каждый раз на 10% стамины больше тратит. Угу. А, так ты тоже кровотек решил. О, решишь. Кстати. Нормально. Внутреннее кровотечение. Да. Это инициатива. Ты чё, хуйня нормально? Да нормально пойдет. Я бы на том месте еще широк назад взял, ну да ладно. А чё думаешь, меня убьют? А, у него же там проход есть, блядь, ну, да, я вижу. На всякий случай, типа. Пизда. Ну я умер тогда, мужики. Да не факт. Прощайте. Ну первый почти сдох, они могут так побежать. Он сейчас сдохнет кровотечением, мне кажется. Ой, ебать, не, он похиляется, мне кажется. Ой. А что ты тут отступать начал, Сандерия? Он похиляется, Радос, он похиляется, это правда. На, нахуй. Окружай! Так, а Сандей с концами насрал, я так понимаю, да? Да, вроде. Сандей настрял жестко. Блять, хуёво. Нам нужен сержант все-таки. А нижнюю сколько? Я его возьму, да. Ебать, ты не на очки, а шаг назад сделать не хочешь? Сделаю. Ну, нихуя, что-то подлагнуло у меня. А чё, да, лишнего? Ты представляешь, что сейчас будет, когда ты убежишь, типа, что будет с Саней? А, я убегу уже, точно. Да ничего не будет, нормально все будет. А он не убежит, он не сможет, его тролли становят. Ну, повезёт.
О, бля, борцуха! Ебать! Нормально, оттолкнул, заебись. Да, такой нахуй руку сломал. Так, а я съебываюсь, наверное, мужики? Удари, съебайся. Или ты полностью хочешь съебаться? Но можешь, мне полностью, кажется, можешь полностью, да-да-да, конечно. Может, ко мне, кажется, мне не за хватит. Меня, может быть. Он туда, он наверх? Да-да. А, да, ну вообще, да, нормально. Тема. Опять пойдем. Я встань, и Гоша встань. Это хорошо, что ты встань. Не будешь убегать. Да. Кстати, да. Угу. Ты пока дефаешь, единственный. Ребят. Вот это верхнего должны разобрать. Ну, Урадос сейчас тоже свою внесет, так сказать. Ты если попадешь, Сеня, ты тоже ебанешь очень больно. Да, но я вот, кстати, Краймером вот этого ебануть, Краймера которого мы я пиздим. Я бы уводил, наверное. А внизу? Не, который... Внизу. А, блять. Очень. Отойти, вон хватит? Жотик. Ему даже на шаг не хватает. Это снег, потому что... Да, юзлис на самом деле выстрел был, потому что, ну, он его реснет в следующем ходу, да и все. Да. Мне кажется, сидите наверх, да, и башьте его. Уф! Нормально. Нормально. Это тоже кончится. Кто там в чате пиздел? Все, как Родос страх. Фак, да. Родос пиздец себе. Потер. Ошибка. Ой, блядь. Ой, блядь. Нихуя не расталкивают. Время сиять. Или нет? А стамины не хватит на третьего. Стамины не хватит? Ну, может, да, тогда хватит. Съебываться. Ладно. Даже убежать не сможет. А это ты разве ходил, тролль? Ну, удар, этот бил, да, этот ходил. Он же ударил тебя и гашил. А, окей, окей. А, да, нормально. Дандея. Кстати, 0 стримин, ты не уйдешь. А, он. А почему здесь тролли бьют по одному, я не понимаю, они же... А, оп. Ебаш? Ебаш, да. Шаня, по-моему, БДж добьет. Гашином. Мне кажется, даже Гоша добьет его. Не, или... Гоша не добьет. Не, Гоша не добьет. Ладно. А, Гошу... Не а, нет, Гоша... Он могу Гоша отправить на низ. Не, да добей, добей смешание его. Не, он с кистеня, да. Блять, как будто больше, чем... А, ну хотя... Ну он же один раз бьет, а ты два. Ну лучше его на Верочку кончить уж. Если на то пошло. Да, бля, мне вот кажется, у него останется один. Останется. 44 там осталось. Ну, лучники... Ну, в смысле, один имеется в виду, там нихуя не видно будет полоски. Ой, как привет. Саня, плохо. Здорово, Саня. Здорово, Санёк. Здорово. Да, мне плохо. А шаг и ёбу добить не хватит? Нет. А, не хватит. Там снег сраный, блядь. Да беги, беги, нет смысла стрелять, ты мало урона нанесешь, один хуй. Ну, Родос нормально зайдет. Да, Родос спаситель в этой катке, конечно. А у Джокера нет какой-нибудь способности отступить? Нужен Мишаня с прикрытием его. Нет, я ёбнусь, доходи мне кажется, до него. Просто скипай ход, нет? Мне кажется. Да, просто скипай, конечно. Он же умрет сейчас с ваншота, нет? Нет, он не умрет с ваншота. Может быть, хули не умрет. Так у него брони 100-125, парни, чё. Ну, может, он лоханется, оттолкнет, и я убегу тогда. Да не умрет, он не умрет. Ну, ладно, нормально да, пройдёт. Да. Это вообще другой бьет. Да. Так, ну Киря убежал, кстати. Да? Так, блядь. Шаг, да, и бей в нижнего. Ты же походишь вот сюда потом? Да, просто шаг сделай. Ага. Ну, 51. Усталость. Оказывается. Ну и чё, мне пытаться добежать до Джокера? Ну, я... Не, ебать. Просто не добежишь. Да, я думаю, Саня впитает эту тычку. Да, впитает, конечно. Тролли какие-то слабые, на самом деле. Не был уверен, конечно. Ну, в смысле, он же уже одну впитал. Ты запровишь экономить? Я запровлю. Ну, он еще и не по Сане въебал. Ну, блядь. Он нанес какую-то травму вообще сумасшедшую вам. А что у меня со здоровьем, бля, реально? Как он тебя так пробил? Сюда мышку. Ну, через броньку. Ебать, может убегать вам? Конечно, убегать. Стоял орк в главой. Да, орки опасны, вышел? Ребята. Да. Да, о. Я кликаю. Что-то. Секунду, дай пострим. Да, да. Может, она у тебя на другой экран улетает? Блять. Смотрю. Работаете? Вот, я жму левую кнопку. Работает. Ну, да. Пинг, может? А, не может.
Не, не сможешь, нет, не сможешь. Тут снег, да, мешает. Снег, да. Ну, ребята. Ну, беги, беги. Сломанные ребра, блядь. Сломанные ребра, блядь. Да. Порубленный палец. Да. Приятно иметь с вами дело, блядь. Ну. Блядь, забрали у Родоса один удар, убийца. Суки. Нормально. Было бы два, кстати, может, убил бы. Да не, бегай нахуй. Просто беги. Так они же связаны боем, не? Нет, не, это не важно. Этим похуй вообще. Просто беги нахуй. Просто нахуй. Уходи, да, там пиздец. Наверх, наверх просто убегай нахуй. Ты дальше не идешь. Ой, Алькор. Ой-ой-ой. Нормально, блядь. А, нихуя, они еще и заднего отталкивают. Нет, это убежал. Нет, не убежал. А-а-а, ты нахуй бежишь, блядь. Просто бей. Это там Дэй. Да, блядь, у Алькора 37 хп, блядь. Ладно, мужики. Голову ему не оторвут, блядь. Родос, откуда Етаган? Дальше. Голову ему не оторвут. Да, голову не оторвут. Это база. Ух ты, вот это... Попасть надо, да. Прошу мне бы верхнего пиздить. Это неприятность. Нет, ты не можешь оттолкнуть. Верхнего, бля, у меня же он закончит в следующем ходу. Бля. Ну я дойду до этого, а толку нахуй. А, да беги Крамером. Поиграет Крамером. Этот, Саня? Я главное, чтобы Мишаня впитал. Ну я могу удар делать и щит поднимать, ну, чтоб наверняка. Его, да, связан. Но он уже не связывается, да. Может, свои там, может, он подойдет к тебе каким-то. Не, вот сюда подойди и бани разочек. Так он не ударит. Не хватит. Понят. Этого бить. Ну, максимум может. Ну надо, типа, надо в любом случае этого типа хуярить. Ломаная броня, блять. Вот X4. Понятно. А, так подожди, так Рандас скоро нахуй с одной тычки отлетит. Ну нет, ну, сломанная броня. Да света просто. Может, Саня, кстати, добьет его сейчас? Стреляю, да, вот, кстати, да. Бля, я бы... Не добьет, нет, Саня, точно. Я бы квиками хуярил. Квиками. А, ну, да-да-да, я понял. На там квик не хватает, но там урона не хватит. Саня держит вообще похуй. Да сколько можно бежать-то, еблан, блядь? Сандэй, блядь, очкошник нахуй. Две вопросы нахуй, Сандэй. Чё ты боишься? Да подходи, Родос, подходи вплотную к верхнему, заебашь ему в следующем ходу. Меня... Бросит этот типа? Этот меня трахнет сейчас. Ну, может. Да, очень может. Может трахнуть. Делай шаг вперед, да и бей. Страшно, пиздец. Я надеюсь, может, он может, может, да, ты не умрешь. Ну, да не, дай. Нормально, я верю в Родоса, что он его добьет нахуй, после того, как я сейчас попаду. Там нужно просто уроном скинуть. Я не попал. Ох, ну, блядь, значит, ты умрешь. Я умру, видимо, да, ребята. Можно собаку можешь выпустить даже, Миша. Бля, мне кажется, собаки вообще импакта по нему ноль будет. Да, ну, я думаю, знаешь... Собака чисто 2 удара. Да, блядь. Собака удары впитает. Да, блядь. Игра подсужена, нахуй, я вам говорю. Пиздец, 77-84 выкинул, нахуй. Вот это да, блядь. Это фейк все. Подкрученный. Нормально. Живем, блядь. Знаешь, подар, мне кажется, с залупы будет, если честно. Понищем. Ебашь. Не понял, да понищем. А, или можно свои там, бля. Там же это, он даже хуй лучше перекинет, блядь, сейчас. Да. Ну, надеюсь, он бить будет. Я надеюсь. Бля, надеюсь, его сейчас убьет. А есть шанс. Да, голову ему не отрежу, наверное. Ну, 178. Хватит, хватит тебе 100%. Хорош! Родос, убийца чудовищ, блядь. Подходи, он уже ходил. Я тоже в следующем ходу к нему приближусь. Бля, я там. Бля, я пиздец обосрался, мужики. Тролли страшно обидеть. На клетку ниже, сделай на клетку ниже, ага. А ему стамины не хватит. А, ну да. Сделай еще раз шаг. Да похуй, да не надо. А там уже будет это, да. Смешаться будет, по идее. Я подожду, ребят, потом посмотрим. Ну, Родос соло, блядь, троллей. Вообще, 95, да. Блядь, что за хуета. А можно Родос-бездельник переименовать в Родос-убийца троллей? Или тут нельзя переименовывать имена? Можно. Главное, сейчас быстрее. Быстрее, что с Родосом будет после удара тролля, пятый по броне. Я, блядь, если сдохну, это пиздец. Вообще, лютая невезуха какая-то. Ой, найс.
Чё ты не этим не пошел? А чё ты скипнул? Мог встать на этот, на... Хватает это голову рубить? Не, ты чё там, блядь, 200 хп у него было. Надо вот этот удар пережить. Пережил вроде. О, он убегает еще. Сандей вернулся в бой. А не, бежит все еще. Бежит. Я кругали там. Бля, он кручение вылечил, гнида. А, враг бежит. Бля, догоним, получится. Догнать, конечно. Догоним, конечно. Ну, давай. А у них нету понятия сдаться, да, я так понимаю? Да, да. Вот я тоже думаю, блядь. Подойти, не подойти, вы закроете потом собой? То есть он, когда будет убегать, он, по сути, не будет убегать. Он будет ебашить, да. Можно собак, можно реально собак. Бля, ну и кал. Давай собак, Миш. Лучше. А зачем? А зачем сюда вставать? Тут снизу лучше. Лучше Радос встанет сюда, слышишь? Да, лучше снизу встанет, вот здесь вот, да. Давай. Него. А собака боем разве вяжет? Они ж, им же похуй. Нет, вроде. Нет, да. Не, ну она вяжет, но троллю-то похуй будет вообще. Да, да. Тролль будет ебашить просто. Подводи потихоньку, если не достаешь. Он не дойдет. Давай им на них, кто не хочет идти, блядь. Не так сильно, блядь, ну ладно. Не, да нормально. Хорош. Бля, нормально. Я бы, наверное, не шел бы на твоем месте, Радос. Да, Радос, а тебе, наверное, не стоило, блядь. В принципе, можно не догонять. Можно и валить. Он, блядь, еще и отбрасывается. Можно шаг и ударить. Блядь, я умру потом, нахуй. Не, да, он убежит, скорее всего. Он же убежит, да. Да пусть убегает, ладно. Пусть не. Жесть, он не блядь, должен блядь. Убежать. Это опыт, блядь, огромное его количество. Миша пойдет к нему. Я не пойду. Пойму, да. Миша может пойти к нему. И Саня там с лука похуярить. Во, блядь, попал в какой-то веки. Да, я тебе 3 выстрела вкачал. Ты квиками, да, очень сильно ебешь сейчас. Ну, больше я не шел бы, он треснет, нахуй, лопнет. Сколько у него... Не, по броне посмотри, сколько у него минусов. Или у него нету. А то же самое. Плюс 15-30. X3, это в смысле то же самое, это не то же самое. У тебя больше, да, по-моему, Радос сейчас. Да, Радос там X6 или X7. А что, Миша в соло сейчас будет с ним сражаться? Ну, я хуже. Джокер с Краймером мне будут помогать. И лучники. Во, но! Ну, нормально. Бля, ну слушай, я могу сделать шаг и отрубить голову. Не надо. Сука. Но если ты не попадешь, ты умрешь. Это понимаешь? Тебе не стамины, тебе стамины не хватит. Да. Скипаешь. А я бы убегал на твоем месте, Радос, вообще. Да. Он сейчас решит, а он догонит, если я шаг сделаю. Да. Не будет тобой бежать. Да хуй знает. Это... Что, ты знаешь, что в голове тролля? Сколько? Он бегаешь, Sunday. Блядь. Он бегаешь по карте, хуй знает где. Здесь 4 хода уже. Ааа, сука. Как бежит? Да пусть, да. Он отхилил почти весь дэмэдж, да. Так он сейчас развернется, блядь, на нас пойдет хуячить. Он сейчас развернется и... Мужики, блядь. А, не, нормально вроде. Сейчас он выхилится и развернется. Да, сейчас он полностью выхилится и все. Ну, скипай давай. Ну, это пиздец будет, если так. Если так, это, блядь, Габелла. Побежим мы, хули. Блядь, это... Опа! Ебать, он вернулся в игру. Дай по кличке нахуя резолв качать, и так дохуя. Бегать 14 раундов, блядь. Да, на лечение все бабки уйдут. Он до сих пор да, не лежал. Блядь, сломанные... Ага. Сломанные ребра, блядь, это, конечно, да. Сколько опыта? Дайте посмотреть. 1000 крон за каждую, 1200, 1100, блядь, нихуя. Я не представляю, сколько опыта дало. Даю. Вера Дос дало 300. Ну что ты всех убил. Ну, пиздец, реально, у нас по 100 опыта, у него 300. Вот пиздец, блядь. Так убивает, дэмэдж наносит. Ну зато мы чудищу уничтожили, мужики. Да, это факт. Дарня есть. Ну что, Мишаня Волкодава берем. О, Волкодава в броне уже сразу. За 346, за 390. Ревун, у них имена есть. Или Шип. Блять, погоди, а какой есть Ревун? Надо всем по собакам. Ревун, Клайд и Шип. Давай Ревуна. Ревуна? Берем. Держи, Мишаня. Но он все равно не заменит того самого первого. А как его звали? Такой, просто волкодав. Ты не знаешь его имени, блять. А есть медицина? Не, он просто волкодав был. Похилиться, блять. А это мне надо собирать идти. Поставь одно сердце, одну шкуру, вдруг ивент пропнет. Да, да, оставляем. А чё 160? А почему 160 стоит, да? Ты думаешь, здесь лучше на рынке продавать? Или там одинаковые цены? Одинаковые. Со шкуры тролля, говорят, броню для собаки можно сделать, видимо, охуенную.
Такую же вроде бы. А, да? Да, похуй. Давай посмотрим, что здесь. А вот с Саней колча на 14 стрел можно сделать, говорит. Больно, да, на бронебойне надо стрелы и на противопопешке. Не, ну, кстати, колчанщиком, да. Колчан для стрел можно. Ну, это обычный. Ладно. Надо тебе обычный сын. Бля, а броня-то, наверное, броня, для броня на разы лучше, ебись. Чем, да, секунду, мужики, я просто сейчас сделаю кое-что. Я не помню, где это делается. Есть один ингредиент. Вот. Потому что мы видели, что можно скрафтить из этой хуйни. Что еще можно скрафтить? Да, да. Аптекарское чудо, ебать. Зашкваренное чудо. Зелье сердца тру. А, заквашенное. Это зелье забвения — это то, что вот нам надо, чтобы все забыть эти. Перки? Все перки, да. Угу. Перекачаться, но тут надо дохуя. Зашкваренное сердце тролля, блядь. Провизия, нахуй. Это как крутовуха. Крутовуха, так и есть, блядь. Да. Это, кстати, из вина можно сделать и хавать, блядь. Ну, Саня, мы можем сделать либо броню пса. А сколько знаю, броня дает просто? Прочный кожаный доспех, блядь. Хорошую защиту в бою. А просто про то, что. А про его доспех, что пишут, который да, сейчас у пса. Да. Сейчас скажу. Ну, мужики, мы можем, типа, чтобы не заебываться, просто купить. Ой, не тогда нажал, сори. Просто купить пса без брони за 200 и дать ему ту броню, и все. Про это пишет простой кожаный доспех. А, это вот она такая. О, нет, ну тут некоторую, а там хорошую. Я за то, чтобы ту сделать. Да, давай сделаем. Там вроде это можно сделать. А ты не можешь все ли пса переодеть, что ли, или как? Мне кажется, оно типа здесь написано после и. Ну, исчезает после использования. Мне кажется, нельзя менять. Давай скрафтим все равно, посмотрим. Давай скрафтим, посмотрим, что это хотя бы. Создать одну и стрелка, да, Саня, на 14 или не, не надо, не надо, не надо. Оставь одну шкуру, у нас ее могут выкупить. Хорошо, хорошо. Волчан не пойдет крафтить это. Гоша у нас. Поэтому всем лечиться надо, на. Нам нужно лечиться и искать медицину. Может, купи медицину? Подожди, эти топоры дорогие вроде, не? Нет, обычные. Плотницкие же. Да, они недорогие разве? По-моему, дорогие. Не, дешевые. Броня останется с псом до смерти. На, по 29. Ну, похуй. А, типа... Она не снимается потом? Бля, хорошо. Хилки дорогие тут. Мне кажется... Ну, хилки, я не знаю, дорогие. Если честно. О, это что? Да взять такую штапу на голову. Благородного дома. Да. Где в кузне? Подожди, давайте похилимся. Да, надо пиздец нахиляться. И медицину полечить. Я ебал нас. Да, нам лечить миллион людей надо. Ну? Ну кто-то должен, надо вставать лагерем, короче, искать. Ну вот это лечить, да. Надо искать, смотреть, лечить. Там. Пиздец, вот. Нахуй. Это надо, Саня. А нам больше не хватит. Сломанные ребра. А нельзя отправить человека искать? Ну. Хуйни. Ну, пальцы, кстати, 1-3 дня, они заживут, а вот... Ну, нос, а сколько? 2-5 дней? Ну, можно тоже потерпеть. Нос найдем сейчас. Пальцы залечим. А, не снимается с пса, ёбаный в рот, ну и отстой. Не снимается. Ну, тогда надо нового будет купить волкодава. Так, сюда... Как, можно же в храме за бабки вылечиться, пацаны. Ну, у нас же бабок много, блин. Дорого, сейчас, блин. Думаешь? Ну, конечно. И я бы отправил одного типа, блядь, стрелы искать на самом-то деле. Не стрелы, нам... А лечение еще не поискать? Так лечение да. Уже два ищет. А, уже еще два лечения, да. Ну, трое пускай ищет. Опа. Так, некоторое время назад вы заметили пса, мелькающего в кустах вдоль дороги. Спустя пару часов Маршал все еще появляется то там. Такие псы не подходят к группе опасных незнакомцев без причины. Может, кто-то подкармливал его? Я ты умеешь обращаться с собаками. Верно. Да, давай. Или отряд нужен талисман. Последний вариант. Не, Мишаня он. Мишаня это... пускай, да. Обращается с собакой. Так, вы спрашиваете у псаря, сможет ли он договориться с этой псиной? Мишаня Олд кивает и идет к ней. Дикий пес, завидев человека, тот час навостряет уши. Пригнувшись, псарь медленно приближается к собаке, протягивая руку с куском мяса на ладони. Голод побеждает осторожность, и пес принюхивается к руке человека. Собака хватает мясо языком с ладони и жадно съедает его. Псарь протягивает ей еще один кусочек. Другой рукой он гладит собаку по загривку и чешет ей уши. Оглянувшись назад, Мишаня Олд кивает вам. Да,
Да, это послушный пес, его легко будет приручить. Это прекрасная новость. Вы спрашиваете, может ли этот пес сражаться? Псарь поджимает губы. Собаки как люди. Если они могут дышать, могут и воевать. Давай посмотрим на него. Да, давай. Может, у него характеристики? А, хотя статов... Нет, это пес. Да, обычный песик, а, да. Просто пес. Боевой, ну, брат. Просто сдать слот, сильный, блядь. Сильный и верный боевой пес там написан. Да? Кому дать его? Ну, вот обычный пес. Давай его Гоше. Гоша, да хуя стамина. Хотя, причем тут стамина, да? Ты можешь Мише его дать? Он же его приручил. Не, я бы... Миша не может двумя псами управлять? Я бы взял волкодава с броней из шкуры тролля. Вот этому шкуру. Мне пишут, что можно надеть поверх, и типа будет две брони на нем. А, да? Ну, давай можем попробуем. Твоему надеть просто. Ну, это давай вообще попробуем. Пиздец будет тогда. Тогда бы его будет смысл вызывать, ну, часто-часто. Ух, будем сидеть сейчас двое суток. Мы тут, еще одну броню тогда можем взять. Да, да, сидеть будем. Ну, надо квестики будет взять. Тут же можно квест взять? Арсений, можно идти вот в этих штуки заходить? Не-не, это просто для красоты. Понял. Так, травмы не излечиваются, отсутствуют медикаменты. Обычная броня на пса 55 и шкура тролля 85. Ну, это заебись. Арсюха, это раз для красоты? Это не означает, что типа, если тут есть кузня, то там кузницы есть в городе? Там больше людей собирать. Скорее, это означает, типа... что там, скорее всего, например, если там шелка, ну, типа, какая-то предельня, понял? То шелка там не будет продаваться дорого. В таком плане. Понял? Mm-hmm. Ну, то есть, я не знаю, можешь как... Можешь надеть броню. Сейчас наденем. Да, хиляться тут пиздец. Хиляться очень долго, инструментов, да. Не осталось, кстати. Ну так сломанные ребра, блядь, хоть ты с ним поделаешь. Так у нас, мужики, ни инструментов, ни хилок. У нас деньги еще кончаются. Мы все умрем! На содержание. Надо еще одного человека за мясом отправить, а там мы сейчас за голоду умрем, нахуй. Ебучие тролли. Ну, ладно, хилки-то мы вылечили. Я думаю, нам... Ой, там какая-то хуйня, да? Еще тролли, 5. 5 троллей, блядь. Снежные мужики, это же очень. А снежные вообще пиздец, да? Да, они, у них, по-моему, в 2 раза больше хп. Блядь. Не, ну снежные тролли не наша опция. Инструменты недорогие я купил. Говорят, можем ремы добывать. Каким образом? Не, как, в смысле? Рем-наборы? Ну, разбирать, наверное, что-то, нет? Ну, мы разбираем, но уже мы все разбирали. Мы разбирали, да, мы все разобрали. Может, продать тесак вот этот и топор? Наверное, да. Блядь, ну, зачем это уже? Это 8 соток, блядь, будет. Ну, тесак не нужен, ну, топор можем оставить, Мишаня. Кстати, можешь взять топор вместо меча, если хочешь. А чё, меч заебись вроде бы. Ну, тесак я продаю, но его вряд ли кто-то будет брать. Да, да, да. Топор да. Еще МБ. Ну, шлем это тоже вряд ли будет, хотя пускай будет. Что, попробовать надеть на твоего поверх? Я не знаю. Давай, давай попробуй поверх, ну, нахуярить. Можешь сделать сейф, типа, и проверить, сломается она или не сломается. Мы же не знаем просто, как эта хуйня работает. Ну что, она вообще исчезнет, блядь. Ну просто мы же не узнаем, типа, пока не начнем файт, блядь, что мы собаки. Так, ух, ладно, броня 200 голды стоит, похую. Наделась вон. Нет, она-то наделась, я имею в виду, она стакнулась в прошлое или не стакнулась? Ну, вот это хороший, да, блядь, вопрос. Ну, да, до следующего боя. Вот, бля, он как раз этот бой. Иди, блядь, да. Да не. Ты... А может добавить их на городских типов, блядь? Так, а ты видишь городских типов? Они только что вниз съебались, только что. Так там 2 человека было, по-моему. Но, может их закатить как-то вниз? Там тролли уже все, город разъебали. Да, блядь, беги. Нам нужно ставить чудище, и нам нужно, блядь, какой-то квест на бабки, потому что бабок не хватит. Нам нужны деньги срочно, мы платим, блядь, по 300 крон в день, блядь. Ебать, так мы сейчас не дойдем, нахуй. Не дойдем. Да, фак, не дойдем. Опа. О, вот. Варвары-невольники. Варвары, волкодавы, надо. Волкодав. Или это? Справимся, давай, может, для сумерки. Ну, прохиленные вообще, нет? Мы? Ну, да. Очень много варваров-невольников. Очень много варваров. Прохиленные мы или нет? Ну у нас эти штуки остались. Нос. У меня ребра сломаны до сих пор, у тебя тоже. А, у меня они тоже не зажили. Да. Ну заживет до завтра. У Сани рука сломана. Можем подождать утра. Давай утра подождем. Рука там хуйня на минус 5 дает. Может, в лагерь надо было встать, чтобы поискать? Варвары кайф, но иголами могут убить элитных членов отряда. Спасибо за спойлер.
Варвары могут, да, если захотят. Ну мы ж загрузимся, если че. Ебать их дохуя! 20 варваров, пиздец. Да. Подожди, а у меня ребра не зажили. У меня тоже не зажили. Я, сори, я что-то не посмотрел просто. День обновляется в полдень, говорят. То есть 12, видимо. Да, но мы в 12 заплатим бабки. Нам не... И у нас не останется на следующий. Ну продадим топор, похуй. А мы успеем до города дойти? Ну за сутки успеем. Но у нас же есть сейчас плата на один день. На один день есть, да. Дорожный квестворд. Да ну начали. Минут 40 играем, я лично. Ебать. Ох. Вероятнее всего еще с этих типов, с их лагеря, что-то какую-то голду полутаем. Мы же голду полутаем, да, с них. Мне что-то кажется, мы их не убьем, 18 человек нахуй. Да я думаю, заебашим там радос, бам-бам-бам, и все. И мы тоже потом бам-бам-бам, и все. Бам-бам-бам. Радос с ними справится. Ну да, Радос с ними исправит. Ты тот сейв груешь? Да, да. Плюс пса в мега броне еще выпустим. Ух, он там тоже суету наведет. Там они типа они бьют дохуя, но и впитывают дохуя. Иди стать лагерем, постоять и что-то подобывать. Ну по факту, да. Ну давайте. Еды, или что там нужно? Ну ребра отхилить, нет? Хилки. Как минимум. Ребра это просто хилится. Время. Ну, ребра это да, это просто подождать нужно. Хилки, еду поищу. А что там, можно отношения какие-то улучшать? Типа первая была, первый палатки? Не-не, это, по-моему, я не знаю, что это за полдень, так? Мы захилились, правильно? Нет. Блин, нет. Нихуя. Так а что за наебало, заживет до завтра? Это, ну, до какого завтра? Завтра, да, ну до завтра. Но мы завтра прочитаешь заплатили. Заново. Мы еще не заплатили эту хуйню. Скорее всего, вот заплатишь, и завтра наступит, да. Так, оп. Заплатили. Вот сейчас. Смотрим. Да. Есть. О, так вообще почти все зажило, кроме Санина у нас. Все, идем. Ну что ж. Хилки успели понабрать добавок, кстати, неплохо. Угу. Ну-ка оставить запас красным лагерем. Потом, когда напали, блядь. А там лучников нет, да? У нас половины типов не было, блядь. Не, ну нормально, там очень много безголовых, типа, можно резать головы, блядь. Да. Тут да, кстати. Бейс. Они будут кидать сейчас ебаные копья, блядь. Да, есть шанс щит разъебать, блядь. Не, это не те копья. Не те копья? А, да, да это... ладно. Вот это суки. Оно. Ебать их дохуище. Вы не будете к ним подходить? Я буду подходить к собакам и крутиться, наверное. Ты нахуй ты по щитовикам стреляешь, нужно. У тебя ж тройка по щитовикам вдобавок. Да, у тебя ж тройка по щитовикам ебашит. На-на-на, ему туда. Хорош, Саня. Ну, я тогда завейчу. Да. Потом от тебя буду двигаться уже. И вместо... Вот... Мишаня даже... Мишаня, ты можешь вот сюда куда-то встать, наверное. Ну чтоб Арсений сюда зашел, да? Арсений сюда. Не-не, я вниз пойду, я ты... внизу. А, ну либо помочь. Ну тут Гоша поможет. Хотя хуй знает. Да, там Гоша поможет, нормально. Ну можешь центр завалить, Миша, вот под этим костром встать вот тут. Побану. Ну, Мишу нет, ну Сеня, там... Сеня крутиться же там будет. Или, не, или ты вот тут будешь крутиться. Вот тут я вот тут крутиться буду, да. Ну а и меня вот Миша тут не отхуярит, но... Отхуярит, отхуярит. Смотри, я могу Гошей стать сюда. Да. Давай так. Ну если так, ну давай. Да тебе не отхуярит, там Сэндэй подойдет и въебет. Так, Радос, а вы, получается, Радос вот сюда или вот сюда куда-то будете вставать, да? Да? Ну, вот Миша, сюда вы будете вставать? Сэндэй, наверное, станет сюда, чтобы бить вот так по двоим как-то, да? Так, или а ты как? Я еще выше пойду, наверное. Все, я тогда собаку сбоку отсюда выпускаю у себя. Ну, блядь. Че, ну, Сэндэй не отпиздит? Да, да, да. Нет, давай. Ну он же может. Да, так, просто смотрим не... сразу. Бля, ну 8. Не, перекрыло. Перекрыло броню. Да, просто перекрывает, да, ну. Да, ну будем знать. Ну, похуй.
Грозим сейф, лол. Да, лучше вниз помогать. Верхним, да, там Арсюха разберется, я думаю. Верхний, вот это, 93, блять. Все, уже сдается. Придется ему сейчас ваншотом голову отрежет. А куда это... Еще выше. Я вижу, ну ты хочешь типа двоих пиздануть, правильно? Да. А у тебя какая-то атака есть на две передние? Не подходи, Гоша, не подходи, Гоша. Я крутанусь. А, ладно, сюда подойду. Да. Он там не достанешь, да. Ебашь этого, да. Давай, Оксанда, и время сиять. Знаете, у меня мышка начала улетать. Ты зайдёшь? Да, не зайди, вы кикни меня. Давай. Да ёбаный рот. Перезаходи. Перезахожу. Блять. Пробуем. Не того бьешь. Штредос ебало не отбил. Да. Хорош чел. Да. У тебя выпало 71, а надо было, чтобы 62 Эрадосы пора. Как въебал бы, блядь. А, да, ебай. Ох, пошла круточка. Да, туда спокойно можно идти. Эльтрадос, похолди, похолди, ща. Я ебану. Бей сразу по голове. Ой, не хватило. Не, не попал по голове просто. Там сыновьишь молоту, типа, с черепом охуевший. Это для тебя. А, ну, кстати, да, там что-то интересное. Так, Мишаня, вот это... Вот это нехорошо, на самом деле, да. Типа, над тобой. И вот это вообще пиздец как плохо. Окей, окей. А, ну хотя уже без разницы, в принципе. А походу Саня пизда, мужики. Да. А у Сани перка убегания не появилось, да? Ут, сука. К сожалению, нет. Так, ну нормально. Собака, ну, собака справилась. Ну, там этот может подойти, Мишаня вроде. Ох, вот же он, Саня без меча. Я могу подойти. И прикрыть его. Ну я могу, например, вот сюда встать, прикрыть щитом. И... А ниже не можешь стать? А если ближе и прикрыть? Могу вот сюда. Да, да, чтобы он... Чтоб тип был связан боем на next ход. Угу. Не, бля, чё? Я проебался, я ж крутиться хотел, пиздец. А, ну, блядь. Да похуй крутись, Мишаня питает. Мишаня, да, Мишаня выдержит. Да, конечно, выдержит. Не, ну я щит поставлю, конечно, но, блядь, ничего обещать не буду. Не Радосу помогать или вот этого типа принять? Я этому срежу голову 100%. Верхнего, наверное, да, чтоб Краймера не зашли и Лёху. Мне ошеломили, мне кажется, я крутанусь нормально. Ух, ребра, блядь, сломал чело. Он, он открывает течение. Он труп. Окей, да. Ну, я могу пить сюда вот? Не, я могу сюда, наверное, и поэтому типа пиздануть. Да, 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 можешь. Да. Можешь. Ну так, а может Саня туда отойдет? Он же под прикрытием. Может, ты верхнего все-таки добьешь? Саня потом арбалетчиком лучником выстрелит. Ну да, можно и так. Ну давай. Если попасть, правда, да. Ну да. Важный моментик. Шанчик наваливает. Да Краймер вон и сам справляется. Руби, Радос. Хорош. Понял, блядь. Вино открыл, блядь, за победу. Сука. Ну он зато без шлема остался. Течет. Бля, ну я могу, кстати... Да попробуй, попробуй. Подождите, сколько шансов? Сколько шанс попасть в помешание? 52, 77. Ну я сейчас еще... Подожди, 6 и 4 мне восстановит, да? Просто я надо посчитать, чтобы хватило. 27 и 15, это 42, у меня 33. Это 70. Не хватит. 4, да. Пиздец, не хватит.
Ну, что-то мешание. Брони нахуй, все у меня разъебал, блядь. По мне, блядь, по мне попал лучше всего, блядь, чем по противникам, нахуй. Не, почему он убил одного? Жестко, блядь. Пиздец, ебаная хуйня. 5-2 выстрелишь, да. Не, ты левым 2 сможешь, по идее, да. Он не стрельнет, а стрельнет. Да-да, у него же теперь куча квиков. У него же теперь дешевле квики стоят. Жаль. Бля, что-то мне кажется, сейчас Мишаню нахуй без армора и выебут. Не-не, нормально все будет. Мы столько инструментов на этот армор потратим. Да не, нормально, мы сейчас поднимемся несок. Ну, по нему даже не попадают. Представьте, второй скилл — это не просто отрубание головы, это проверка на доп. Урон при лоу хп противника. Представь свой скилл, Радас. Прочитаю. А там тип дотечет, кстати. Двойной кровотек там. Не, он надо собак своих выпускать, наверное, остальным. Не-не, всё правильно. Мне не нравится, блядь, типок. Да пок на него вообще. Да, я бы куда-то еще просто шаг сделал. Так это один из-за, вот сюда, да. Вот. Куда не дойду? Mm-mm. Ты же еще не ходил, Радас, да? Не. Yeah. Так а что ты, вот этого добивай? Или, ты хочешь ему оставить, чтобы он копил этот, типа? Да, я пойду потом ебану кого-нибудь. Света. Я бы еще ебашьте собаку начать под Мишей, да, под Мишей, ебашьте под Мишей. Под Мишкой, да, его сейчас окружат и убьют нахуй. То есть, если ебаните под Мишей, он сможет отойти на шаг, и я, блядь, буду крутиться, и не буду до него доставать. Да, я думаю, я сейчас зарублю этого тела. Нет, ты тебя сейчас ебану. Прям тут ходи, да. Ну, у этого какая-то броня, не самая хуёвая. Ну вот у Сани 3 выстрела. А, ну, да. Нормально. Не хватит. Должно, нижнего, должно. Нижнего стреляй, конечно. И еще раз ему туда. Сани что-то перестал попадать, так круто. Ну ты, смотри, нижняя можешь наебашить. Да, так я за ним сейчас и пойду. Нахуй мне с тобой рядом вставать, блядь. Блядь, я 150 армора снес. У меня еще одного доспеха нет, блядь, запасного. Это пиздец, блядь. А мне не хватит, наверное, накрутил. А нет, хватит. Ну давай, вперед. Ребята, там два, блядь. Там чел насрал штаны перед смертью, блядь. А почему парни не испугались, нахуй? Я типа... Не-не-не, там чел, который умер, испугался, но умер, блядь, сразу же. Это похуй. Другим почему поебать? Ну, добивай сандей, похуй. Добивай этого, да, кончай. И собаку выпускай. И собаку сразу, да. Ее уже не убьют точно. Так она в броне еще норм. Ну. На нахуй, он пёс грызёт. Этот молот надо спиздить. Он нормально Гоши нахуярил, кстати. Он ребра ему сломал вроде бы, да? Да. Пиздец. Зим, БГшанечка тоже Мишаня прикроешь щитом. Не занимает этот слот. А тебе крутиться не нужно. Не, мне нижнего же надо убить, все равно будет. Я в этом ходу бы не успел, ну никак. Нет, да у тебя же лучники есть. Они убьют. Не, не убьют никого, не. А, это не самый пиздец, это варвар. Ух! Не, это варвар, это просто тип с молотком и все. Ну давай, кончай, ты уже в любом случае уже не прикроешь. Я знаю, что есть собака. Угу. Интересно, это реально норм молот или говно? Норм, но лучше, чем твоя дубина, но хуже, чем следующий. Больше 4 выпало 96 там, охуеть. Да, да вообще какой-то сегодня Rolling Stones, блять, я не знаю. Да, это и вчера так же было. Да, это классика. 95 давай. Найс. Да, но мне надо попадать, мне кажется, иначе он ёбнет. Ну я попал, но это мало. А кого он ёбнет? Гоша, блядь. Сейчас походит. Но он особо не сделает нихуя. Бля, ну вот этот с дубиной этой черепной какой-то самый храбрый из них, сука. Так он, наверное, необычный какой-нибудь. Да, Краймер сейчас дохуярит ее. У него собака Гоша еще есть. Так Гоша сейчас добьет. А, ну Гоша сейчас собаку. Сейчас он собаку. Да-да, собак. Боевой товарищ. Бля, кривой он товарищ какой-то. Не, давай. Хорош. Это мой бобик, блядь. Честно, тоненько. Хорош пёс. Скип. Ну там собаки их должны загнать сейчас.
Да. Или Саня этим успеет походить лучником. Радос он дойдет. А, Радос доходит, нихуя. А там один убежал уже далеко, сучок. Да, там все уже. Дел нету у Сани, да. А вот был бы колча на 14, Саня, ты бы не заебывался. Нереально. Нереально. А мы не догоним, да, уже там? Да, он там уже упиздошил далеко-далеко. Все, дали молот? Ваши... Да, дали. 300 рублей дали, да? Хуйня ж полная, блядь. Да. Нормально. Да. А ебать, броню дали. Ебать. У нее 3 сотки там. А да. Хуй, это легендарка? Не, а может и да. Легендарка? Да, да, был, легендарка. Да, знаменитый предмет. Вот. 223, блядь. А 9000 стоит, охуеть. Не, ну стоит это наебывать тебя немного. Да, мужички, ну, я, конечно, не нашли намекая. Но Сандею все это, Сандея хуёвая. Блять. Побольше со стамины. Просто кажется, ей надо Радосу давать. Мне кажется, с него надо снимать типа вот так вот. Ну, кстати, да, Радосу всё стоит отдать, факт. И типа, сколько, подожди, сколько у него было? Типа вот Радоса так. Одеваю. Вот это и вот это, да? У него было. У него 210. Может, и хватит на самом деле, нет? А мы сделаем тебе, блядь, 277. А, это только вот так и все? Вот так, да. Тебе одной этой достаточно, ну, чтобы уже вот будет. А, я имею в виду, я понял. А первую ему не посадить туда? Что такое? Да, шар можно себе хочу. Не, я тоже хочу шарф такой. У меня просто, у меня медвежий это, блядь, и леопард смотрелся бы охуенно. Охуенно. Нихуя не видно, блядь. В смысле не видно? А. Не видно, здесь не видно. Не засчитай за коричневой хуйни. Дай сравнить молоточки-то тоже. Сравнить молоточки, давай. Вот у тебя 45-65, у тебя 40-70. Стабильный урон, но максимальный 50-105. Ой, блядь. Ну у него 180 урон по броне. Да, здесь больше. Он лучше. Он, мне кажется, лучше, не? Не, вот этот лучше. 14 против 26. Выносливости больше тратит. Ну тут урона по броне и по лоза больше. И выглядит он пиздач. Факт. Устрашает. Череп надетый на топор, блять. Молот. Да, нормально. Так, Сандей, я что-то не понял, комнату. Зачем я тебе мышку дал, чтоб ты вот это на мышу, блядь, надел брони нельзя или чё, блядь. Блядь, есть блочек гаминзон, дает 70, блядь, вместо 65. Можно лучником надеть? Или у вас хуже? Он вроде не собирает. Я не знаю, сколько у меня. Я 65, если что, дать тебе? Давай. А там еще вон арбочек. Или полтос у меня даже. А у тебя вообще 55. 55, да. Сеня, на самом деле это... Как называется? Сейчас. Да, я быстро прокликну. Это я так, ради мема. Не, да бери, у меня нормально. Да бери и так тогда, чё в этом? Да... Что такого? А, подожди, так у меня 210 и так, нахуй. Ну да, я бы себе взял бы его тогда. Бери, бери. Если мне хватит, конечно, выносливости. 247. 80 немного. А тут смотри, вот эта еще тема есть. Так она ебать стамины снимает. Она 100 тысяч хорошие, ну, всё. Начали бы, да. Ну 7 отъебнуло, да. Это Радосу можно взять на самом-то деле. Кто это? Радосу стамина не нужна? У него, блин, это у него бесконечности. Его, короче, суть в том, что ему броник медленнее ломать будут. У него ломает броник, типа, на 15% меньше. Нормально, на самом деле. Ну, да, пусть будет, да, у него. Его часто меньше пиздит на фланге. Ну да, вот почти. Это, а Сандей у тебя какая? У тебя на 50? Можешь, могу тебе вот эту дать? Давай. Пиздатую. Просто нужно почитать, у нас, я так понимаю... Я вот не понимаю, хуйня здесь? Нет, здесь гамбинзон стоит. Мы покупали, помните, на 55? Да. Но я не помню, кому мы давали, типа, на 55. Мотивчик по перкам только легкую броню укачивается. Да, кто, блядь, сказал, что я эти перки вообще буду брать. А, ну так у меня вот хуйня ебаная. Подожди, а нахуй я снял себе комбинезона-то нету? Я добавил, пардон. Есть еще кольчуга на 50. Праймера интересует?
А у Гоши норм? Гоши вроде да. Я просто думаю, а есть смысл одевать лучников, типа, если их не пиздят? Не, лучше Гоши, да. Ну, сильно прям выносливость. Я бы его одел, если у меня хуже. Сильно не имеет смысла их одевать, конечно. Да, просто выносливость жрать. Как не Арсений, у меня хуже, чем вот эта первая Гошина? Которую ты снял только что. Вот это, да, у тебя хуже. Жесть, у Гошанчика, конечно, выжрала стамину из-за ребер, пиздец. Ну, вот так вот как-то. Гошанчик так тапнулся еще вроде. Да. Гошанчик апнулся, ну... Гошанчик на кистень сейчас пойдет. Блять, у нас нету ничего, шляпы нормальной нет. Ну, он медвежье, на 50. Медвежье это на 3, блять. Сколько это дает? 40? 40, 35. У него вот есть тюрбан. На такой же. Почему не наденете четвертый слой брони? Потому что четвертый слой брони это просто... Да, у тебя тоже тюрбан. Это эстетические слои. Визуал. Да. Ну что, погнали? Гошу качнуть. Гошу качнуть, качай, да. Гошу вообще проблемы нету с выносом. Вообще есть варик продать, ну типа 5, купить это, конечно, на новых типов. И продать старых. Ему до 40, да, можно взять. У нас же, типа... Кого бы ты продал из нашей пачки? Отряда. Ну, себя... Мишу, Ратоса. Чего? Тебя, Сандаэль. А нахуя? Нихуя, зачем? Я Альбора обязательно. Я тоже не понял, нахуя. Он ровный. Чтобы взять ебанутых новобранцев. А, мы взяли уже. Мы взяли, да. Берсерка? Как мы их продадим? Мы продать не можем. Мы можем только их на покой. Ну, а нахуя их отпускать? Мы столько их качали, блять. А где ты видишь берсеркера? А, вот он, да. У нас в моде стоит галочка, что новобранцы подстраиваются под отряд. И что, нужно теперь всех продавать? И, ну, и типа, посмотри на Гошу и Краймера, они сильнее нас уже, хотя они не особо по уровню... Типа, да нет, Саня, да пока они сильнее, ты что гонишь? Нигде они не сильнее вообще. Они на уровне, но не сильнее. А, берем вот это... Чё, бери, точно, у них потенциала больше. И он не так часто будет убивать просто, я не знаю, что... Ну, все равно, это может спасти ситуацию, как минимум. Не, ну может взять кистень, у него же такой перком на кистень. Да, я бы взял ему кистень, типа. Мы что-то смотрели. Ну типа, вон слева. Вот слева от этого топора кистень. Вот это. Нет. Да. Урон разменный. Да, так хорошо. И ноль броню. В размере ноль, правда, интересная за хуйня. Ну, от 0 до 25% будет проходить через броню. Нет, дополнительный 25. Урон. Повезло, пришло 25. Не, ну в среднем это получается 12. Половины. Ну, то есть 10% от урона Гоши, 50, считайте. 5 урона лишнего. Ну, хуйня. Да, может, где-то спасет жизнь, почему? Гоша же может это раскачаться. Это пока у него хуйня, возможно, а потом мощнее будет. Нахуй нужно берсеркер, если, блядь, он не убивает. Чего взяли, что на себя? А вон, будет? Смотри, во-во-во, тут что там. Ну это попадание по голове, типа. Хороший, вот это хороший, кстати, по голове. Это хорошее вот с этим еще потом. Радос, так у тебя вот еще есть перк, Да, вот. да. Это там дохуище перков вначале. Типа можно брать чисто урона по головам, а берсеркера в конце взять. Да, можно. Да, кистень, берсеру кистень, это еще хуйня какая-то, мне кажется. Просто сейчас, где я видел, бля, охотник Берсер, на голову? На любом, типа, охуенно. Ну, только он не часто так будет убивать там, блядь. Ну, чтобы один раз, чтобы походить еще раз на 4 ОД, это в этом и смысл? Ну, слушай, вот это вот поход за головами, нужно сначала прокачать, в принципе, попадание по голове. Ну, да. У тебя будет большое попадание, и потом охотника за головами берешь. С кистеня ты, блядь, только так будешь убивать, Радос, ну, ты же по головам бьешь им. Ладно, нахуй. Возьми конце... какой-то из первых навыков, который больше по голове попадает. Вот этот. Оп. Ну, вот, 10% да. На шанс въебать в башку. У него и так есть скилл, там еще, да, въебать в башку. Да. Да, можно было бы его использовать. А это шанс увеличит мне, ну, типа, доп это или нет? Или этот навык... А погоди, там уже шанс 100% попадания по голове, что-то я не понимаю. Шанс. Погоди, так если ты со вторым... Посмотри на второй скилл. Так он дохуя до стамины жжет, мужик. Он доходит, да, он стамины в два раза больше там... жжет. Да, а ты тут обычным ударом будешь по башке хуярить, грубо говоря. Да, факт.
так сказать, приятное дополнение. Mm-hmm. Бля, да, совмещать, типа, это было... Бля, ну сокрушитель голов взять. Но... Что за твердо голов? А, второй это типа, да? Можно бля, будет. Я бы вот эту хуйню ебанул бы, нахуй. С этой хуйней второй скилл становится оправданным. Да. Так, ну, господите, мне нужно важный момент узнать. Так. Что именно? Полупокер до сих пор меня не перегнал, пиздец, блять. А, блять. Сука. Сандей, это означает, что он боится, не беспокойся. Конечно, у него там три звезды, нахуй, блять. Он типа рофлит, пока может, потом он перестанет мочь рофлить. Привет, закопай, копьё. Что там, блять? А это просто логово, да? Гоблины-охотники. Гоблины-охотники? Да нет, там же не там только... вообще какой-то... Да, там вон, видишь, красный. Ну, там лагерь метательный ножей и гоблины-охотники. А сколько, а сколько гоблинов-охотников вышло, я не вижу. Немного гоблинов, несколько, знаешь, несколько гоблинов. Попробуй. Я бы вот это то, что там немного, 7, я бы убил. Там. Мужики, стойте. Побежали. Мы все поломанные, блядь. Мы все поломанные, нахуй. Ну ладно, мы не все. Ну тоже поломаны. Верно. Ну только Гоша поломанный. Гоша поломанный, да. Не, а их там хуй да нихуя. Немного, много. Тут ну, человек очень. У гоблина надсмотрщика, если что, супер охуенный арбалет. Типа топ-тип. Да, нас отпиздит, мне кажется, тут. Мне тоже кажется, нас отпиздит. А почему 7 типов только что ушло? Блять. Да, давай попробуем. Ну, сохранить, давай попробуем, посмотрим, сколько их там. Ну там много гоблинов налетчиков. А там укрепление, блять, вот это вот. Из-за стрельщиков, блять. Надо выходить. Гоблин налетчики это. А, ну, так-то изи их взять, но когда мы фулл армором будем. Думаешь? Да, конечно. Я не думаю, если честно. Не, а шайку, которая отбежала, ее накуканить? Или они далеко? Нет, отомстить! Ну, у нас два дня плата, если что. Да, у нас там это... Опа, вот они, блядь. Немного, а гоблин-застрельщик, это же с арбалетом, а это, да? А это, кстати, нет, стая. Нет? Это стая же, не? Это то же самое, что вот только что стрелял, или точно такие же. Это вот, стая, а это стая, правильно? Чудищ, да. Или это нет, отряд? Нет? Это не стадия, это не стадия чудищ. Они все будут от нас. Да погнали за квестом лучше. Погнали, погнали. Деньги, да. Денег нету, нихуя. Да сейчас продать можно будет еще немного. Да. Я говорю, ты недооцениваешь то, что мы лутаем степов. Мы нет, тогда на 800, блядь, продались, или 900, не помню уж на сколько. Так я там нормально, нормальные цены, короче. Ебать, вон мясо по 23, охуеть. Ты посмотри, дичь. Так оно же скоро так, испортится. Два дня портится. Mm. Так и чё? Ну, просто... Нахуй оно такое нужно, классное. Ну, у нас 69, да. Ну, кувалду одну продай, снес 7. Щиты вон, или нужны вам щиты? Разберем их лучше. Так там минус же или нет? Не, типа нет. Минус 14, ты говорил, типа. Так минус 14 это как раз, чтобы их разбирать, понял? А, понял. Погоди, сколько шкура там тролля внизу стоит? А, 200. Это за 1000, блять. Ну она 1000 и стоит, но типа не для нас. А что ты по молотам? Она по ивенту. Да у тебя же охуевший молот. Ну так какой нахуевший? Бля, можешь мешание такое этот взять? Бля, жестко, чтоб я вообще нахуй не бил нихуя. Не ходил, да, стоял просто. Что, пошли спросим, так сказать? Кого? Что, квест? Работа что? Есть или нет? Ну, спрашивай, ну да, давай. Надо спрашивать. Давай. Можно к лучникам заскочить, посмотреть, что там еще. Мы же не можем нанять. Бля, нам бы этого... А мы можем нанять и закинуть его в этот? Не, не можем. В эту хуйню там, да, вниз? 10 тысяч и в стальной, блядь. Да. А посмотри, что у него. За что десятку просят? Я уверен, что он лох, на самом деле. За мне, вот такие мне хочется глянуть. За эквип он просит. Только за эквип десятку? Ну не только, но где он? Ну вот он. Ну да не, он такой стабильный довольно челик. Ну звезд нет, ну, не, звезд но... мало. Да. Но у него дохуй. Так он смотри, он в эквипе и у него 110 стамины. Да, и, ну, да. И еще 4 левела ты вкачаешь ему. Да, да, он жесткий. 10 тысяч стоит. Алло, блять, внизу он. Алло, блядь. Давай по квестикам глянем. Не, алло. Алле.
О, арбалет за 5 косарей, смотри какой. Большой кольчан, Саня. Что, парни, покупаем за 500? Чё, большой кольчан стоит так дорого? Саня, тебе даст это 10% урона, нахуя? Чтоб ты дамажил не по 50, блядь, а по 55? Это хуйня, по-моему. Еще инвентарь дрочил каждую секунду. Разбойник. Разбойники. А, да, нормально, да. 170. Да, да, хорошие деньги. Вон внизу ножки. Юго-восток. Да, они горы побежали. Гоша, Гоша вылез, заходит в вашу палатку и показывает вам свою старую рану. С заметным возбуждением в голосе он говорит вам: это чудо или что? Его травма зажила почти полностью. Вы говорите наемнику, что он просто стойкий и крепкий человек, и что боги не имеют к этому никакого отношения. Он кивает вам: да, я знаю, но было бы неплохо, если бы они тоже присматривали за мной. Так, на всякий случай. Все, нас. Нихуя себе. Как Гоша, новенький. Это он вовремя вылечился на самом деле. Да, это охуеть какое-то. Чтобы на... чтоб с горы наебнуться. Наебнуться и сломать ребра. Тут же умереть вроде можно. Да. Да, умереть можно. Может, мы хотим как-нибудь, ну, нанять спутников? Да, мы уже наняли. Я забыл. Я бы какую-то девочку нанял, чтобы увлажняла кого-то. Увлажняла? Увлажняла? Облизывала, типа? Чисто, да, слюной. Увлажняла. Увлажняла. Подождем, может, утро? Дождём, всё. Бля, надо спиздить у них вот эти головы, нахуй. И головы. Головы. Ну, у них, типа, этот стяг такой с головами. Опа. Собак. Ну, слушайте, там не лохи, кстати, есть. Да, вот по центру типа хуя. По центру, внизу с Моргенштерном в порядке тоже. Сверху ещё неплохой такой. Сверху, ну, у них три типа мощных, остальные такие. Не ждём, там голову срубят. Половине родов голову срубят. Саня, бей собак, умоляю. Саня! Тройным, блядь. Нормально, нет, сейчас попадёт. Сейчас будет попадание. Конечно. Ну. Себя, Саня. Что ты боишься так, собак? Он же завязывает боем, я просто внизу пройти. Стою, да, и я, блядь, заебусь выходить отсюда. Ну, вы будете двигаться вперед сейчас? Или да, будете? Да, будет. Я, да. Угу. Да, я обожду. Так, ну я... Ну, мы вот так, наверное, и будем двигаться, да? Да, да, это, да. В принципе, вполне, ну, это вполне хороший мув. Можно вопрос, Мишань? Так, Мишань, можно вопрос, важный. За сколько ты вот такую прическу себе ебанешь? Вот такую? За 5 минут, реально. Бля, не, ну, месяца 3, наверное, надо будет подождать, чтобы волосы отросли-то, блядь. Хули сейчас-то толку делать, блядь. А похуй, там будет шплешь такая маленькая. Ах ты, сучок, блядь. Ну, собаку... Рановато. Рано, да, рано, рано. Окружат, заебут. Там, кстати, есть еще один тип с броней, смотрите. Да, и твой, да. Стреляй лучше по тем, у кого голова прикрыта. А, блять, у них там это. Да вон лысый тип сверху стоит. Ну не лысый, а без головы, не? С маской. Ой, ну, хорошо. Ну, крайне мере, там, блядь, минус 10% шанс попасть в голову. К сожалению. Руби, Радос. А что ты сразу голову рубишь? Не-не-не, мне сказали, что все-таки гибель удар, обезглавивающая жертва, носит тем больше урона по здоровью. Носит тем больше урона по здоровью, чем больше... Чем больше изранен, да. А этот же не изранен никак. То есть врага всегда срубает ему голову. Если это вообще возможно. Ну, короче, ты бьешь, типа, если у чела есть броня, то не факт, что ты бьешь по голове. Вот чем. И чем меньше у чела ХП, тем сильнее ты его бьешь. Да, да. То есть у тебя нет, как у Кистиня, что ты 100% бьешь по голове. 58 урона, я ваншочу все равно. Да. Да? Если попадаешь, то убиваешь. Если попадаешь, конечно. Да. Вот и все. Собаки вертки. А что это, который вы за Мишани? Я хотел предложить вторым ударить, у тебя еще там... А, ну бля, вот это правда. Пока можно было. Ух, нихуя, Сандейчик что-то прыгнул. Сейчас Сандей крутиться там планирует, блядь. Зарежет его нахуй. Вращаться. Ой. Мужик исчез нахуй. Башка вниз для этого летела. Бля, ебать жизнь повидал чел, нахуй. Пиздец, да, вышел, нахуй, ну, файт начался, и все. Ну да. 49, блядь. Ну, вот с баклером. Вёртки, сука. Ой, я щит поднял, яй-яй-яй, бля.
А где, кстати, пишется здоровье вашего щита? Ну, да? В этом, в инвентаре? В инвентаре, да. Только в инвентаре. Бля, сейчас бы сбежать на... Да! Я побежал, блядь, со мной! Бля, вот сейчас... А можно сержанта нанять уже? Вот этот вот челик сейчас вот сюда, блядь, встанет. И Киря штаны, блядь, обосрет. Но мне, наверное, надо помогать тебе, Киря, да, пытаться? Да, ебашь. Нет. Не? Можешь ударить. Не, верхнего, Вера, да, ебашь верхнего. Любого ебашь, да. Вот и тот нормальная цель. Лучше верхнего, чтоб... И собаку? Так окружали. Так пойди, а собаку... А ты Родос сюда не пойдешь, да? Да, я наверх пойду. Может, а, все, все, тогда четко, я тогда собаку упускаю, да. Куси, блять, его. Плохо. Блять, какой верткий. Ученыш. Дай, время сиять. Что, бляди? Да не ты этого, нижнего так, да. Бляди тут вместе. Можешь собаку спустить, но... Да не, Родос. А там же Родос. Да, Родос. Я и так не буду ходить. Забей, сержант нужно мораль нет, покачать. Нет, ну, сюда и сержанта надеяться. Мне выпускать собаку или нет, Радуга? Мне не хватит, да. Выпускай, потому что мне не хватит на удар. Можешь нихуя не сделать. Да, Радос впереди. Штами стоят. Опа! Вот так отвлечу вот. Дэмэдж на тебя. Ды-ды-ды. Бля, Сандей. Не время бежать, мне брат. Кажется, надо ебашить нижнего, да. 24 шанса. Почему он бежит даже не от ударов, а от окружения? Но вот смотри, мистер Кода, ты встанешь, и тебя так 5 чеченцев окружат, блять. Мне кажется, желание съебаться, блять, будет присутствовать. Отойди, Саня, отойди, пиши. Так, а чё? Хотя ладно, не попадут. Стой на месте, забей. Боюсь, чтобы этот тип не поднялся к ним. А так, да, мораль не выкачена, но просто и все. Подниматься долго, не? Мне кажется, за такой ход поднимется. Не-не. Через ход, по идее. Я не думаю, что он сможет два уровня верхнего пройти. Верхнего, да. Ох. Ему надо спуститься и два раза. Нормально. Да. Вот следующий удар по башке будет фатальным, мне кажется. Фатал. Может, он вообще будет пытаться Арсения бить? Нет, он слишком низко, он не сможет меня ударить. Даже с палкой? Да, не сможет слишком. Он слишком низко, я слишком высоко. Зачем? Ты... Саня, ну защита это... себя. Угу. Саня, да, придумал. Так, дайте-ка подумать, блядь. Крутись. Не буду я крутиться. Там Гоша спасибо не скажет, броня его. Моя броня, он до сих пор, блядь, ноет. Там 100% попадания? 100%. Это щит, понял. Ебать там армурщик охуевший будет. Ну вот он так схватился. Хуйня. Охуевший бронщик будет. Так, а второй ну вот, наведи сколько? 170 у них брони. Нормальный броник там будет. Как же они хотят пробраться к Санечке? Да Саня расстреляет, пулеметчик нах. Да, Саня их разъебет сейчас там. Ох, кровотечение, да? Легкое, не, это легкое оторвало, нахуй. Был бы кровотек, был бы супер хорошо. Я зарублю его, нахуй. Миша сейчас добьет, и потом с берсерком. Да, да, берсерк будет. Бля, прощай, это самая бесполезная хуйня в игре. Ну, Радос. Если не считать скилл Сани на 3 ебаш. Ну прощай, да, я тоже ни разу не видел, что прощай. А так подожди, ты же раньше говорил, что прощай, разъёб и так далее. 82, 91. 81, 82 там, да, одного не хватило. Я говорил про метательные копии. О, двое побежали, можешь вперед идти. Да, я, наверное... Нет, тип не побежал. Снизу чел. Он не бежит. Я тебя пиздану, если ты останешь. По башке, блядь! Сука! Бля, ну в хорошей броне чел бежит, сука. Да. Да, Саню поймали. Саня, ебать. Спаси себя Краймером. Краймером, да. Найс. Ты собаку ебанешь? Ты собаку. А он не сможешь крутануться с Андреем. Алло, здорово. С Андреем стримишь? Привет. А? Стримишь с Андреем? Не бегай с Андреем. Не. Могу тебя на секундочку вниз забрать? Да. Ништяк. Ну. Я даже на самом не переживаю. Жестко метаветочно. Я вообще, естественно, не знаю, как тут магия работает. В голову. Он сейчас в голову будет. В голову, Саня. Да ебать. Ну ладно, там ему плохо. Но даже если он придет к Сане, он нихуя не сделает.
Подожди, не бей, не бей, не бей. Вы там. Я сейчас типу щит снесу, если что, вот добьешь. Вот. Ну лучше первым ударом по двоим, если он два раза же бьет. Зачем в голову бей? Зачем? Да, обычными, я думаю. Я бьешь. Просто посмотрел. Не, вот этому в голову я бы. А вот этому в голову ебашь, да. Ну, хорош! Поминки, блядь. Что, Гоша убивает кого-то, блядь? Да, нахуй этот берс, блядь, ему. Ну вот иди, ему бы сейчас выпало 4 ОД, да, понятно. 4 ОД сделал бы. Ну понятно. Это, ну, я просто к тому, что здесь все убивают, как ни крути. Здесь нет такого типа, который не убивает. Ну, может, Алькор там редко убивает. Да, мне там, блядь, чтобы убить надо это... Но Алькор убивает редко только потому, что он может один раз ударить за ход. Вот в этом проблема. Так, потому, что вы ему дали эту хуйню, а не нормально. Да, нет, давай нижнего. И потому что у него не копье. Было бы у него копье, у него был бы шанс, ну, 87, а не 67 попасть. Дайте ему копье убить. Да, так, а кто у нас будет с флангом? Никто, пусть лежит в инвентаре. Да, ебать, и типы, которые не качали нахуй решимость, будут бежать. Сандей бы убежал, как только к нему три бомжа подошло. Да, Сандей бы уже съебался из боя. В начале прям самом. Том ебано. Может ему щит разъебать? Интересно, есть у меня какой-то. Ты не разъебешь, что ли? Я бы, блядь, так не говорил. Нажми на год. То есть один урон щиту. Подожди, вот просто вот так вот сделай. У щита 24, разъебешь. Разъебешь. Но не ударишь потом. Нихуя. Это, видимо, более хороший щит. Да, не лоховской. Ну я хуй знаю, где пишут. А, у него, наверное, будет... Вы не будете против, если я собаке поебал молотом? Нет. Я буду против, блядь. Одну уже Родос... заебашили, вторую не Родос, дам. У него просто перк, скорее ну, всего, мастер там щитов, бегут. И типа там урон там уменьшенный. Чё, я сюда встану тогда, наверное. Ну, у тебя выбора нету. Ну да. Либо обходить как-то совсем. А я сейчас вот этого еще зарублю. Бам. Еще буду бам, бить. Ливанул там. А. Блять, я думал, мне еще на удар хватит. Ну, да не, нормально, на самом деле. Ну, он, да, он до этого не ссал, но теперь он сыт, поэтому норм. Ну вот, смотри, просто вот по кумполу им. Бля, это не надо ну, собаку не надо. Пиздить. Не, ну там ты наверху будешь свою собаку бить, как бы. Твоя собака это твоя собака. Ебать, ваншот. Ну ты, блять, его ваншотаешь в голову, зачем крутиться? А может быть, может там броня вторая выпала, ебать? Скорее а всего, ты можешь шаг еще сделать? Хотите, замесишь. Или не можешь? Не могу. В зоне атаки типа будешь. Так, давай, Саня. Саня, вот этого снизу надо захуярить. Да. Опасен. Хорошо. Щиты поднимает еще, смотри на него. По этим... по убегающим. Убегает, по убегающему дальнему. Вот этому, да. Бать, ебал, блин. За Сеню надо ходить. А за Сеню подводи просто. Вот сюда, если снизу подведешь. Не, не подведет. Нет, так не подведет. Ну, может кинуть и ударить, и убьет, да. Ну, нормально. Там можно спустить, кстати, чтобы догонял. Вот это хорошо. А, ну или так, да. 5 шагов. Сверху-то тип не бежит. Да сверху типа это да выебывается не. Просто лишний раз. 28. Опа! О! Но зато это минус да. Щит. Вот двойной это, двойной. Вот это open. И вторым. Всё, броник, до свидания. Нет? До свидания. Ну и первым тоже можно. Вяжи верхнего вот этого, Сандей, да? Все, куда он там собрался бежать? А я не добегу, да? Не добегу. Нормально, нормально. Все, блядь, теперь... По два точно. На чело. Ну и все, всем... Теперь они точно не уйдут, все. Да. Не, ну бей, бей в любом случае. Да, чё? Чё терять? На, нахуй, и вторым туда. 100% шанс по голове попасть. Шанчик троих так-то разъебал. Да. Ну, туда ему, бля. Ну, нормально. Ули на полено, левел ап. Охуеть. О, он вот, доспех вот этот арморчик. Вот пластинчатый. 170. Ну, это типа... Ну, вот да, все. Это понятно. Ну, хороший. Что это в комбинации, но все равно. Разобрать плюс еще и можно за плату идти, да. Где там наш инвентарь? Вот туда. Качать. О, я левел апнулся. Да. Прекрасно. Сука, заебал ролик. Так. О, у тебя плюс 3 арморчика в ближнем бою.
Заебись, вроде. Да, наверное, надо защиту брать. Но я думаю, может... Ну, может, решимость. Ну, решимость. Ну, ну ладно, решимость, ну, решимость плюс 4 выпадет, вот возьму тогда. Сейчас это возьму. Сандей боится постоянно, блядь. Ты-то еще ладно. Тело в каче хороший перк для выживаемости. Больше урона впитать сможешь, если броню разобьют. Так, ну-ка. Ловкач. Это тут где-то? Это вот это вроде бы, нет? А это не, или это не оно? Уклонение. Не. Пойди, а вот это внизу? Мускулистость. Это, типа, а левый, больше... левый с танцами это не ловкач? Танцор, вон там. Балетки нарисованы. Левый. Так, я тут... А, вот, ловкач, да. Ага. Урон... Все, 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 тры-пыры. Это для так легкой брони, Мишаня, эта хуйня. Если у тебя будет легкая штраф, броня, больше, ну да. Штраф больше 15, типа к выносливости, перк не будет работать. Да, но не, я, ну, я хочу типа, мускулистость брать, это ж пиздец. Я ж могу ее брать? Уже. Да, да. Ну и то есть прибавка к минимальному и максимальному урону в зависимости от текущих ОЗ. Бонус составляет 7,5 от текущих ОЗ для атак потребляющих 4. Ну, 7 урона больше будет, на 7,5. Угу. Будет 47, 52, короче. Ну, только это же охуенно вообще. Ну, да, да не, это хороший скилл, да, будет. Хороший, да, почему нет? Да. Что, во-первых, собака справа, это повелитель собак. Хуйня, если честно. 25 еды отдать, чтобы собака съебалась с поля боя. Ну да. Да вот, блять, был бы у меня волкодав, нахуй. Ну, именно призывание волка. Это, да, да. Это вообще такой топ бы был. У тебя вот этот верхний перк, он не работает. Типа, я проверил. Типа, это пиздец, это useless просто, проебанный пик. Да бери мускулистость вот эту. А тебе тебя говорят, что у тебя перс охуенный под этот, под легкое. Ну, под легкое... типа, вот если это сломают, есть, ему. Да. Типа, если сломают, то типа сработает перк ловкач. Так это ж так не работает. Или что, вы думаете, когда тебе армор ломает, тебе шестамину возвращает или что? Он знает, мы-то не знаем. Да нихуя тебя не возвращает, бля. Если тебе сломали броню, то ты ходишь в разъебанной броне с минус стамины. Кстати, а дуэлянт-то тоже хороший навык на самом деле. Дуэлянт неплохо, да, игнорируешь броню. Игнорирую броню и получаю бафы, когда сражаюсь с врагами, типа. При сражении с одним врагом, когда сражаешься. И это, кстати, при сражении с двумя врагами. Ну да, да, ну это прикольно. Ну тоже неплохо. Да. А да, может быть, много, Мишаня тоже много всего. В тесаки записать, и пусть он вон старый радосовский берет цифра. А что, есть тесак у него? Мы его продали. Ну ладно, я, наверное, сначала там мускулистость возьму, а потом вот тот взять. Мне кажется, Мишаня, он типа такой плотный мастер щитов, почему нет? И СД сильно привязан как-то к пушкам, я хз. Ну вот я типа про то же. То есть, ну вот там то, что нет у меня какого-то навыка на меч, не делает меня юзлистым с этим мечом. Факт, факт. Батю Краймера 83 уже, да ну нахуй. Так ты зацени, сколько у него звезд. Это вообще жесть просто. А вы его купили? Или он пришел сам? Да. И сколько купили, он стоил? 1000 вроде. Пиздец, вундеркиндер. Очень дешево за трехзвездочных. Вундеркиндер вообще смотри, какой-то. А ему сразу взять вот эту хуйню, а? Да. Не, да нахуя. Не, ну можно на самом деле? Не, можно, можно. На самом деле нихуя. Скажите, у тебя мастхев до Снегурочки. Мы сказали же, что это для легкой брони. Да, можно взять мастер арбалета, а еще у него 5, шанс попасть в голову 5%, если что. Ему, возможно, стоит взять чугунный прицел, чтобы шанс увеличить попадание в голову. Типа. Ну, плюс 25 этому вот очень это много. Ну да, кстати, у него потому, сейчас, если 5, то 30 будет очень неплохо. Это вообще супер охуенно. Чугунный прицел. Ну, одаренный тоже заебись, но камера уже просто 87 там, блядь. Плюс 3 к атаке, это тебе мега повезло. Да, я понимаю. Но плюс 3 к атаке надо брать в любом случае. Да. Сколько алькора не качали, плюс 1 всегда было. Выносливость. Нужна ли выносливость? Надо, у тебя 57. Не, Русик не читал. А что это? Манга, книга? А, смотрел? Не, не смотрел. Плюс 2 хп так не хочется брать, блядь. Вот это лучше взять. Защиты в ближнем бою. Я бы в дальнем взял, меня стреляют, да, в основном. Вблизи меня не бьют. Базу говоришь. Так. Это что за хуйня такая? Король всего оружия, блядь. Это я хуйню взял тебе, сори. Я думал, у тебя копье, а у тебя не копье, блядь. Пиздец, спасибо. Не, ну типа у тебя перки на копье есть, но я думал, что типа хуйня, с которой ты стоишь стандартом, тоже типа копьем считается. А, ну я слышал про этот фильм, Русик. Ну, он, говорят, неплохой.
ну такой типа типичный фильм Веса Андерсона, ни больше, ни меньше. Тут вообще но остались нормальные навыки. Хуёво у него все. Да, Алькору два левела, кстати, еще да-да-да. До того самого. Два левела, да. Того этого. Блять, а вот потом в копейщику он будет переходить или не будет? Нет, потом у тебя все перки спадут. Ну да, возможно. А когда для быстрых квестов, да, заказывай русик вообще без проблем. Да, тебе возвращают все перки. Мы уже смотрели фильм один Вес Андерсона на реквестах. Ебать. Ты можешь быть жесткой имбой, но... Здорово, Вильхёр. Как день прошел? Может быть, полная хуйня, я понял. У тебя 47, у тебя 47. До стрима потренил охуенно. На стриме много болтали. Блять, а чё взять? Смотрели видос Фреда, Звёздные войны играли. Все с братьев, кайф. У нас выполнился 10 единиц в течение 4 месяцев. Да, русик он такой неоднозначный. Ну, для выживаемости МБ. Но да смысл... нет, хуйня. Мне говорят, молния заебись. Я у Риди. Да погоди. Все хорошо, спасибо. Барби уже посмотрел. Нет, пока я текущую усталость. У нас в России, мне кажется, дай бог через месяц какую-то там пиратку около подготовят для кино, чтобы можно было посмотреть. Что Барби, что у нас есть. А, так два раза смогу бить, блять, пока я не устал. Ну это жестко. Это жестко, да. Ну ты устоянешь. А что ты хотел? Хотел типа. Вот это. Целитель. А, следопыт, нахуй ему следопыт. Приближение по любой местности. А зачем? Я все равно за вами двигаюсь. Он сможет делать под шаг на две клетки и бить. Не сможет. Вряд ли. Да вот это пойдет. Главное, блять, не устать. Оно по пересеченной местности просто. А выносливости нихуя, блять. Ну. Ну пробуй, хули. Ладно, я хозяй, будет ли это работать у тебя или нет? А почему нет? Качкущий усталость персонажа ниже 30 от максимально с учетом снаряжения, затраты. Бери, бери. Ну, умение, блядь. Похуй, берем молнию. Чё? Да? Давай двигаться. Давай я возьму. Представляю, чтобы эта хуйня перерабатывалась. Так, ну запиздили, типа, уйдем за бабками, хули. Ну, платят вполне себе хорошо довольно. Да там на выживание тоже особо перков не было. 9 жизней берешь, один раз выживаешь. 100%. 9 же. Лол. Ну. Я чувствую наебалово какое-то в твоих словах, Арсений. Мужички, по-хорошему. Там еще был квестикс. Да, есть. Караван. Поехали, может. Два дня? Ну да, пособирать. Да и платят не так уж и плохо. Еще и кормят нас, по-моему. А просто нам нужно разобрать всю хуйню. Платят полную хуйню, мы не окупим зарплату даже, мужики. Да? Это сколько самое... у нас уже зарплаты, блядь? Мы в лагере постоим. 300. Чем-то так нет, да. Это караван скорее помощь тому, чтобы ты в лагере успел постоять и что-нибудь поделать. Ну да. Пока да. Движешься. Нам сюда же не надо, что тут делать больше? А, сейчас орки, гоблины в 30 человек будут нападать. Да, расслабься. Кстати, у нас армор надо посмотреть, распределить между кем-то. Нормальный арморчик выпал, да? Там был 70. Хороший, да. Я жарил, блин, на пиздатый, ты мне говорил. Ну ладно, может не такой же на пиздатый. Подожди, а как он был 170? А, ну да, 55, 50 и... Вот я гамбизон бы себе взял бы. У меня сюрко и баня. Ну у тебя как у меня был тоже на 55. Я не знаю просто, кому нужен во второй слот. У Родосова понятно, не надо. 65, здесь 55. 70. 70 тоже хуйня. Ну вот. О, Гошану. Гошану, да. И ну, первый слот и 50. Мне кажется, у нас таких нет уже вахов. Угу. Ну, Миша есть. Ну, Родосу можно. Че пиздишь, блять? Родосу вообще первого слота нету. 339, блять. 40 арморчик. Родос. Танк нахуй. Называйте его неуязвимым. Это вот про него второй сезон скоро выходит, я так понял. Угу. Так, у нас сломанных есть, у нас ибо даже сломанных нету. Ну можно медицину поискать, у нас ее мало. А, ее ищут уже 4 да, человека. Да. Потрениться бы еще, возможно, было неплохо, пока едем. Да, всех, кроме Миши, на трени ставьте. А, блядь, там мы типа, так я медикаменты собираю. Что ты, блядь? Когда-нибудь ты, пес, блядь, догонишь меня, нахуй. Все, поехали. Поехали, поехали. А тут есть максимальный левел персонажа? Ну, после 11-го тебе перестают давать перки. А подожди, долбоёб, я не поставил. Ну, там каждые 4 левела после 11-го будут давать перк. Очко. Поди, ты не поставил, мне кажется, разбирать или поставил? Переработан он есть. Переработка. Нормально.
Пробую одеть голову медведя на четвертый слот брони. Еще раз говорю, четвертый слот брони это, блядь, просто внешка, эстетика. Украска. Она не дает ничего, она не дает тебе брони. После 11-го каждые два уровня пишут на легенде, типа. Каждые два уровня скилл? По-моему, каждые четыре, не? Ну, это хуй, не от мода зависит. Максимум 99 левел в легендах пишут. Ну, слушай, зато, блядь, медикаментов собираем, просто пиздец. Так, Радос Бездельник подходит к вам, чтобы отчитаться о ваших запасах продовольствия. Но объясняет, что еды осталось не так много, оставшийся хлеб, скорее всего, годится на строительство... А, ну, мы это уже... Так было. Двигаем дальше, да. Не трогаем ферму. Каждый два уровня главным персонажем, каждый четыре второстепенным. А, для начальных персонажей будут давать, ебать... Опа! Пизда нам. Гоблины-налетчики. Ну, 13 штук, типа. Да нет, это попуски. Гоблины — это лохи. Это не те гоблины, которые нас тогда... Не, они лука стреляют нормально, а сами они полные лохи. Не-не-не, это сейчас будет вот это, бля, рокировочка шахматная. Ать-ать-ать, вот по голове нафиг. Я-то еще вон, бля... Проблема в том, что луки, ебать, хуярят, дай боже. Да. Так, ну я вот этого пойду сразу ебашить, наверное. Сука, там еще, смотрите, наебало переднего самого. Лыбится пиздец просто. Гнида. Ань, давай по лукам. Ну не 8%. Ну, вот этого, да, вот это. Не попадешь. Ну у тебя 3 выстрела этих, так что роль. Ну, еще один, давай. Саня, давай! 60. На. А там Крамер есть еще нормально на подстраховке. Так, уже. Ну что, я влетаю в стройку идея. Тогда, наверное, как мне? Вот только выше, ниже? Не, понизу. Понизу? Ну смотри. Я думаю, поверху. Там снизу идут, так что лучше понизу вверх закроют. Ну давай поверху. А, там эти. Давай, блядь, поверху. Ну... Ладно, да понизу. Да похуй. Понизу, ну то эти же идут снизу. Дырку, нормально. Ты вытерпишь. Какую дырку? Вон снизу. Так это я внизу. А что не пойдет соло сейчас туда? Арсюха там выйдет. Я потом еще Догерса вызову и нормально будет. Добивай, Саня. 71, еще плюс 30 хорош. В голову попасть. И минус 10. А почему минус 10? Штраф просто. Первый. Нет, дракон не пропустил. Тогда со мной не пропустил. У нас только быстрые давай. Квесты завтра и все. А так пока нету предпосылок. Да может я. Радос просто сверху. Радос пойдет вперед. Нет, я имею в виду на Гоши. А, на Гоши. Да, на Гоши он имел, да. Ваншотнишь ее сейчас нахуй. Бонг. Эх, попадешь, блять. Ты можешь к нам подпустить, 7-7-7-8. Я смогу помогать тебе луком. Но если ты пойдешь сюда, я не смогу помогать луком. Ты мне? А, ты мне, Сань? Да, да. Помогаем мужикам. Ебать, Леха попал, хорош. Да мужики справятся сами. Леген, а ну видишь, я еще 3 АД даже осталось. Да, 3 АД осталось, но, блядь, если б не ходил, подошло, например, а чисто тыкал, мог и убить, да. Да. Но выносливость теперь нужно качать тогда дохуя. Ебать, у них лучников, это пиздец. И пиздец! Пошел ты. Это выстрел в голову, кстати. С чем они стреляют, блядь? С бочистками? Это как гоблины, чё у них думаешь? Опа, сетка. Суки, блядь. Да пизделся. Вот это страшный чел. А я могу его от сетки освободить? О, пошла жарёшка. Да, Маш. О, это флексинг. Фига ему оторвало кровотечением. Если бы завейтишь, я тебя освобожу. Мишаня, вот бы, да. Может, да тебя Алькор освободит или не, чем? Не, Мишаня урона больше, чем я нанесет, так что по идее ему бы... Ну а сколько там? Ну 4 ОД. Не, это ты же 2 раза будешь бить. Ну да. А ты уверен, что мне все еще хватает выносливости для 2 ударов? Я думаю, ну да. Ладно. Ну, можешь попробовать его освободить, но хуй знает. Ну давай я освобожу. Ну 80%, блять, ладно, ты справишься. Балдеж. На-на-на. Там даже ты... Я иду, блядь, ну нет. Не, стой. Да. А, там Сандей крутится будет. А, Сандей не зайдет. Ну я не смогу зайти. Если... Блядь. Если я его убью, то ты зайдешь. Только вейт нажай. Не, а в чем проблема мне зайти сюда? Сандей может... Нет, смотри, если Алькор убьет этого типа, то Сандей зайдет сюда и убьет этого, в этом смысле. Точно убьет. А. Ну я могу завейтить просто и все. Да, ты можешь. Можешь пока завейтить, да. И Сандей пускай вейтит. А мне сейчас главное. Так 30%, блять, я сейчас устану, нахуй. Это не ты. А, фух, блять. Это нормально. Шанс есть. Лучники, как они ныкают. Ой, Саня, хорош. Просветочка.
Я так и хотел. Я так и хотел. Нормально. Тип убегает. Вот ты можешь раз сбить. Ну, у тебя ноль осталось, типа, на если. Я пытаюсь понять, куда мне можно встать. Wait, пока wait, свой, да, свое место, место с НДС станешь. Ардос пускай туда идет, ебать, это. Кони ему что сделают там. Под шаг можно сделать. Никого не попадает. А если под шаг ниже? Да, или да, поверху? А попадешь? Ну, в 92, ну. Да, да, нахуй. Плюс этого, пойду вниз. Давай. Ну, убью это, конечно. Убьешь, убьешь. Да. Там, грех не убить, типа. Бать, Саня вообще не а где урон, блядь? Они попадают, но урон а не наносит. А где там написано? 5 урона нанес. 6, да. Так, ты сюда, получается, Киря, пойдешь, да? Да. Так он же тебя ебанет, а он бежит. Кто? Не, он не бежит. А почему не показывает? А почему он не бежит? Он с дальним оружием стоит, потому что. А если мы подойдем, мне кажется, они заочкуют. Если мы с Сандеем вот так встанем. Ну и нормально. Подходи. Они обосрутся. Вот сейчас смотри, вот этот обосрется. О, не, блядь. Сейчас нижний обосрется, когда Сандей верхний убьет. Вообще похуй. Не обосрался. Да они уже нары пекут, все просто. Balls of Steel. Не бегут? Там просто не показывают. Бежит только один пока. А имеет смысл сюда вообще вставать? Не, выше. Не, похуй, так вот постоим. И маленький щиток заблокировал. Хорош, чел. Блять, булет мужиков ни за что просто. Это ему больно пришлось. Да, они даже не сопротивляются. 17, давай поверим, может? Ты просто может не сможешь, шаг, по идее. А походить. Может шаг вниз? Шаг вниз просто, да. Сюда? Ну да. А ему, не, ему не хватит на выстрел, не, да. Не хватит. Гнусное стреляй болото. На верочку, блядь, похуй. 17, я верю в тебя. Верю. Придите пока. Ты-ты-ты-ты. По ебалу. Не попали. Не попали. Сбоку заходи. Да как же Радосу уже похуй просто, он в четверых может соло влетать. Гоблинов. Запинает, мне кажется. Собаку Мишу закроешь? И не гоблинов. Ой, да, Сандей чё? Сука. Ладно. Жёсткого парня. Ладно, пойду на этот. Под шаг сделай. Я пошёл а, ты прям заранее, так сказать, вперед. А, у тебя один выстрел есть еще. Ладно. Но там не по кому стрелять. А через укрытие ты же в упор вроде можешь выстрелить. Ну ладно. Не-не. Не, тогда хуйня. Ну, он может, но не через все. Хороший парнишка. Вот это, кстати, хорошо будет. Здорово, Даблфейс, да? Конечно, здорово, конечно, доволен. Здорово, здорово, Табаку? Даблфейс. Здорово, Даблфейс, здорово. Йоу, Даблфейс. Привет. Опа! На-на. Все, пошел флексинг. Типочек, блять, ты чего? Типуля. Ах ты! Так он к Радосу вступил, типа. Собака сейчас... А, собака не сможет полететь за ним. А он с щитом или мне кажется? Не, он не щитом. Не, без. Фоткают чисто. Ну-ка, да, вот этого сфоткуй. Молния — это лучший перк, который у тебя был, на самом деле. Факт. Это пиздец разъёбан. Блядь, это хороший перк. Сфотографировал. Я не знал, что такое охуенный. Да, мне нет смысла пойдет пока заходить наверх. Собака не пойдет в следующем ходу только. Только да, если я вот этого так, бошку сейчас нахуй отрублю. Бежит, это бежит, я да отрублю и пойду потом за этим. Ну, давай. Нет, вот, я сейчас верну, я отрублю ему голову. Сейчас Джокер его застрелит. Миша, не по жопе сейчас как ебнет. Ну ебать его, давай, посмотрим.
Да не, не надо, нахуя? Не-не, это Сандей. Да он, блядь, без брони оставит его, ни за что. Да, тип сейчас Сане голову-то отрежет так-то. Да хуй он ему отрежет голову. Хуй отрежет? Ну или хуй отрежет. Это Крамер. Ай-яй-яй, это же идет падла, нахуй. Ну ты же за него играешь. Саня, конечно, Саня во флангах стоит. Боится. Не, Родос, ну... Бля, 3 хп. Или сколько там? Было близко в любом случае. Ну что, Сандыч, ваншотишь нахуй маленького гоблина, блядь, своей кувалдой? На, нахуй. Спускай собак, да. Хули они бегут, блядь. Она никуда не... Нихуя она припрыгнула, блядь. Побежал. Сальтушечку еще в воздухе. Тренированные, хорошие псы. О, дипы бегут, ебашится. Давайте, мужики, навались. Наверх можешь залезть, вот сюда. Вот сюда можешь залезть. Да нет, не можешь. Ай-яй-яй. Хватило. А че это тут не бежит, блядь? У него все братья умерли. А волкодав, смотрите, блядь, не первый. Да, я просто скипаю до Гоши. Дайте до Гоши. Это из-за армора, мне кажется, его нового. Вполне возможно. Нормально, против армора ничего плохого не вижу. Ну, все нормально. Против армора нет приема. А сколько мечей, сколько они нам. А сколько их луков там своих. Ну вот это, кстати, выгодные мечи, блядь. Да. 70, блядь, починку. Ну то есть по 7 инструментов с каждого, да? Нет, это типа или... починить и продать их дохуя будет стоить. А-а-а. А когда мы чиним один инструмент, сколько чинит? 25 хуйня. Один инструмент, да, один инструмент 10 единиц. Что, поменять эту хуйню? Да, 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 а на какую? На вот эту. Ну да, давай. Ну, лучше стало, чего? Кому дать лизермайна масочку? Ой, я себе могу взять, кстати. Здесь Сеня, блядь, техасская резня, бензопилой какая-то, блядь. 10, а тут... 10. 10. На четвертый слот чисто, медвежья хуйня. А, это на четвертый слот еще? Ничего не делает там. Четвертый слот это типа просто для красоты. Да, ну слушай, зато ты медведь, не? Не, ну починить надо какой-то, блядь, разъебанный медведь. У нас два слота, мужик. Так, для внимания, для всех, кто в чате пиздел, дает, поставь на четвертый слот, внимание, блядь. 180, 180, блядь. Так она же нулину, не? Блядь. Она просто слабая, мужик. Мишаня, сними. Нахуй меня поебал, говорю, Мишаня. Сними с Мишаня. А если она даст, я сейчас... Она тоже сломанная еще. Да? Да. Саня, да, я помню рот. Да ладно, все правда не узнаем. Не, ну ладно. Я извинюсь перед ребятами, если напиздел. Ну у меня целая вроде бы. Ребята, ебальники позакрывали нахуй. Не дает нихуя. Так это третий ты просто одеваешь на четвертый слот. Ну да. А надо четвертый на четвертый одевать. Так такого нет. Нет четвертого. Тихо, блядь. Надо дать веру. Да, едем дальше. Угу. Да? А, стоп, сейчас я поставлю на ремонт эту хуйню.